ссылка наша. Принимаю все, короче, да. Так надо читать. Прочитай. Он тебе звонит? Да, он мне звонит. А? А? А! Алло, алло. Алло. Здрасте. Или где, я не пойму. Это где? Это где? Это замечательно, что где? Мы тут, а вы где? А мы тут да тоже. Здорово, 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 здорово. Так, ну сейчас надо еще. Ты готов? Я почти, да. Я тут настроил небольшие награды. Ну, хорош, у тебя награды у тебя есть, блин. Я почти, да. В этой игре. Почему я себя слышу? Так. Наверное, у меня на стримчике, поэтому себя слышишь. Не, я его просто запустил там. Я вот только не знаю, таким... работает ли у меня удар. Я там сделал подзашлычник. Подзашлычник? Подзатыльник называется. Подзашлычник. Так, народ, на Юру подпишитесь, пожалуйста. Подзатыльник, подзашлычник. Он вообще круто все делает прям. Я вот не знаю, будет ли он работать. Я сейчас пробовал. Один раз он сработал, а второй раз последующие разы он уже не работал. Сейчас хочу проверить, будет ли он дальше работать. Да, ну, хорошо, да. У меня это нет такой херни, у меня, я аж днище, короче, поэтому. Да ладно, что ты, если хочешь, тебе научу, я тебе расскажу, как это все делается. Это очень легко. У тебя же есть рутони-чат? Блин, я его не включал. Ой, что-то... зря, это такая программа. Не, я знаю, что он, я как бы так пользуюсь, но я в ней особо... С ней столько прям... всего можно делать. Да? Чуть потише, да, это просто невероятная штука. Для комьюнити, для людей, которые просто, ну, неинтересно, например, следить, наблюдать за тобой на стримчиках. Эта штука оп только, и она за ниточки по маленьким таким штучкам, которые ты можешь сам создавать с играми, как-то их брать и вместе сопряжать. И получается очень круто и интересный контент. Да. Да, я вот в Майнкрафт играю. Я тебе не рассказывал? Нет, я рассказывал. Я, короче, создал в Майнкрафте мир. Вот. И там такая фишка. За 3000 голды... Да, читай. 3000 голды, за 3000 лимонок. Ну, у меня лимонки, эти поинты. Вот. Ага. За 3000 лимонов можно вызвать крипера. За 1500 можно скелета вызвать. То есть призвать. То есть я такой играю. Кто-то берет поинты. И тратит эти поинты, например, на крипера или же на скелета. Также у меня есть, как это по-русски, накопительные баллы. То есть как только накапливается 25 тысяч баллов, то призывается иссушитель. Медведь шпион прибыл. Ну или как я вчера тебя пинал. Да, ты пинал меня сегодня. Засланный казачок пришел, да? Жестко, да. И сегодня, кстати, можно будет попинать моего персонажа. Но это называется рывок в игре. Но я типа назвал, что это подзатыльник. Подзатыльник. Ну, он типа вперед падает. Прикольненько так. Со звуком теперь он у меня будет, все дела. Вот, я ж не договорил. Также у меня есть такая фишка, несколько там, сколько там, 500, кажется, поинтов, это мне дают яблоко, 300 там, кажется, поинтов, ну, грубо говоря, мне дают отравление, и мне потихоньку отравляют, и там тоже где-то около 300 поинтов, это типа искажение пространства там происходит. Mm-hmm. Да, то есть прикольно, что если тебя заинтересовало, я могу рассказать, показать, как это делается. Это не так уж и сложно, по сути. Главное понять суть и как это сделать. Нет, суть-то понятно, это же баллы канала нужны, правильно? Ну, конечно. А у тебя что? Да, а у меня нету, потому что... я никак... А я тебе потом распинаюсь, я такой, вот хвастается, сидит такой, короче, типа вот ты лошара, короче, такой, а я вот тут могу вот так вот, могу вот так вот... Да ладно, нормально. Я ж не знаю, что они есть. Да не, нету. Ну и ты не пользуешься, такая штука классная. Я никак не могу это условие выполнить, почему-то не получается, не знаю. Ну это вообще классная штука, классная. Так что, я тебя приглашаю или ты не приглашаешь? Да, давай, да, как хочешь. Чем мы сидим вообще? Я не знаю, я сейчас сидим, покрашусь, тренинг. Не знаю, в какой-нибудь... Вонишка. А что это, ты, у меня тебя нет. В смысле, у тебя нет? Они есть, нет. Чу, я на тебя смотрю, говорю, на тебе курсор. Ага, что происходит? Один. Вас приглашают в полгайд. Можно приглашать к себе в пати? А я не знаю, кстати, о чем...
Я там, думаю, до хера, да, нужно? А почему Корчуме, типа, странно как-то? Я тебя пригласил вроде бы. У меня приглашают вас, а кнопки типа нету. Прикольно, прикольно. Давай еще раз. Давай еще раз. Так, приглашаю. Не, ни хера, я что-то сейчас сломал. Так, а если я тебя приглашу? А ну давай. А как, блядь? Подожди. А вот на П нажимаешь в игре? Ну то есть в лобби. А, П, вот П, вижу, все, да. А, вот, а где ты вообще? А вот ты, пригласить. Все, я вижу, что ты... Ой, блин, я запустился. Так, не то. Да, ты запустил, стой. Я зеленого? Перед зеленого, да. Сейчас зеленый будет хорошо. А, есть, у меня есть. Я присоединился. Все, я присоединился. Да? Хорошо. Все, я тут. Ты тоже вот. Зеленый? Ты тоже хочешь зеленым быть? Так, я приготовил блокнот. Прошу разобраться четко и ясно. Это будет записано для вашего дела. Хорошо. Итак. О, мы с тобой одинаковые, мы команда, блин, короче. Я не хотел, чтобы... Ну ладно, да, мы команда. Мы команда. Мы же команда, мы будем... Все, ты готов? Да того. Так, мы как готов. А, все, я готов. Да. Сейчас будет просто мясо какое-то. Я сейчас буквально, когда проверял эти баллы, смотря как это все реагирует... Я прочитал про партнерку, да. Буквально. Ты же после 100 долларов вывести. Максимально... А ты пробовал, да? Главное ловить тайминги. Да, да, я пробовал чуть, побегал. Но ни разу до финиша не дошел. Вот в чем соль. Как бы я побегал, но вот так. Чисто проверить функции. Ну-ка. Ща, короче. Ща так, побеждать. Держитесь подальше от хлопающих дверей и мчитесь к финишу. В смысле есть, хлопающих дверей? Ну, типа они открываются-закрываются, я так понимаю. Эй, нечестно. Так... Маквалайдзе, добро пожаловать к нам в город, присоединяйся, чувствую себя как дома, эти аплодисменты специально для тебя. Фига, нам аплодисменты, да? Да, кстати, каждому... Побежали! Аплодисменты, аккуратно. Блин, я упал. Ать. Опа, я пошел, я иду. Нет, бля. Нормально, хорошо, а! Хорошо. Бля. Я прям не успел. Все нормально. Так, сюда надо бежать. Мчимся. Ой! Найн! Блин. Найн. Эй, а не, что не открывается? Как сотворил, как сотворил. Эй! Двери нечестные. Блин. Попасть. Нет! Не, не попал! Я не попал чуть-чуть! Ай! Ай! Меня пинают! Бежим быстрее сейчас! Ой! Блин! Я перепрыгну! Я походу не добегу. Я сразу, короче, заруинил. Дай меня просто. Мейс. Окей, окей. Че, ты заруинил, что ли? Да. Сразу. В первом раунде сразу. Все, пошел я, короче, нахер. Показать имена. Можно имена, кстати, показывать. ЛТ. А, ну да, можно. Ну вот я сверху упал, короче. На табе. На табе можно нажимать. Все было за тобой, лишь следить, как ты будешь, короче, выигрывать. За меня ласковый мишка. Где танец? Танец он работает, что только там, если стоим на месте. Да вот, поиграем вечером, можно будет. Это вот тоже обидно. Нет, просто остановиться этим танцем. Я, наверное, отрублю вот эти вот награды. Я не знаю, когда ими пользоваться, если честно. Ты должен быть мастером. Бегите от надвигающейся лавы, преодолевая... Что я джойстик-то держу такой? Приготовился, главное, такой. А ты с джойстиком играешь? Ну ты жесткий. Жесткий. А в смысле? Ну в такие игры почему бы нет? Я с клавы. Ну, блин. И хотя бы здесь на финише была бы такая штука. Я первый. Ну, я тоже про человечков говорю, Грыш, поиграем. Ой, много того, через ремоут плей. Они перепрыгивают, ты посмотри. Нихера они дерзкие, короче. Толкаются здесь. Подожди, а почему я наблюдаю не за тобой? Я не понял вообще, что это такое. В смысле, а где ты? Вот, я тут впереди практически. Во. Теперь за тобой. Здесь просто можно за другими наблюдать. Я думаю, что-то на тебе голова волка найдет. Я упал, блин, черт. Сейчас нормально все будет. А как-то нужно быстренько пробежать? Да. Пошел. Опа, хорошо. Меня сталкивают, что за херня вообще происходит? Вот, даже, кстати, посмотри, а можно в нее через ремоут плей играть или нет? Я что-то не глянул.
Ну, по-моему, можно. Все отлично. Какой я там иду? Ты не знаю. Ёб твою мать, ну это жестко. Слушай, здесь попроще. А ты думал, что тебе просто будет, что ли? Я думал, нет. Попроще будет. Да капец, я здесь не поднимусь. Серьезно, нельзя? Вообще, чтоб ниже. Блин. Не упасть. Только держись. Еще никто до финиша не дошел, слушай. Давай, тащи, короче. А, это ты... лава была, прикинь. Я так понял, ты не дотащил, да? Да, я не дотащил, я не знаю, как просто по этим вот... Он все, тогда выходим, давай, тогда выйти, нажимаем, пусть, да, короче. Конечно. Неудачники остаются там. Что его смотреть вообще? Так много прокачки. Мошенничество возмущается по поводу моих наград. Нет, если я стою на месте, тогда... А что такое? Чё стою? Игра, что ли, зависла или чё? У тебя тоже... Нет, я в меню. А я нет. Вот это игра, вот это классно. Ты пишешь, что ты смотришь матч. Классно. А, всё, отлично. Не удалось подключиться? Что-то там я взял, нажал. Окей. Так. Ну что, повис? Да, вроде бы загрузка. Ну. Идет загрузка. Ждем загрузку. Ну ладно, ждем. Пройдет, а ты или нет? Ты загрузка у тебя вместо меню или ты уже в матч грузишься куда-то? Нет, у меня загрузка, я выхожу из игры. А. Да, захожу в лобби. Вперед к победе. Да, да, нужно победить. Это что такое? Ни разу еще не победили. А мы первый раз играем, слышишь? Ты чё? Я должен уже, я... уже типа с первого раза, да? О, с первого раза закатить. С первого раза не получилось. Бля, нет, не запускайте. Всё, не мудрость, закрыл. Всё, хорошая игра, всё, ну, всё, давай, короче, пока. Тамада интересные, да, всё отлично. Так, ладно, это все херня, перезапускаю тогда игру. Давай. Да, F в игре, ребят, F в игре. F. Так, а ты меня пригласил? А я сейчас зашел, сейчас. А я прям кинул, прям приглас. Ой, блин, это вот, конечно, обидно. А как вот по нему? Да, неудачники со стам, тем временем да не умер в первом раунде. Да, так и есть все. Я самый крутой, просто умер первым. Мне это пугает. Че там? Пугает, так буду. Ну, загрузка типа в игру идет. Да? Ты что-то по настройкам. Мне кажется, я просто взял и сломал игру. Ты это зря. Так я не хотел. Боже. Я просто нажал выйти, и все, и настроило. Может быть, просто нет места на сервере? Прикинь, до хера сейчас народа играет. Да, вот, кстати, Гризги мне сейчас и говорит об этом. Fall Guys, популярная, что Devour League, Чиндя никак не может отработать ров. Большая группа сам пытается зайти, около 100 тысяч человек. Охереть. Она Даня, очень классная. Даня, лидер, прям нравится. Дал возможность поиграть другим. Что такое? Почему меня выкинуло? Играть снайпером, дабы, ну да, да, правильно. Сидим, смотрим. Смотрим тогда на меня, раз уж такое. Надо дать возможность людям просто как бы, ну, поиграть, а там сейчас начнут побеждать, они будут плакать, и, короче, нет. Вот эта штука. Да, там что-то были проблемы, короче, еще ну, пару часов назад где-то, что люди не могли зайти. Сейчас не знаю. Ну, сидим тогда, передим, я не знаю. Я сейчас не могу зайти. Вообще не можно? Серьезно? Я, наверное, Steam тоже перезагружу. Ну, давай, странно. Вот я сейчас сижу, игра, загрузка долго очень. И сейчас Steam перезагружу. Это какая-то шляпа. Не-не-не, а блин, у меня шарутоний чат работает. Да, он сейчас тебя закроется нахер. Он все закрыл, да. Он без Стима не любит работать. Точнее, он не работает без него. Шарутоний тоже отключился. У меня последнее время начало троить Steam. Просто вот троить. Yeah. Я его запускаю, с первого раза он не запускается. Ну, бывает, кстати. Там какие-то обновления ищет. Потом скачивает эти обновления. Даже не обновляется, он просто типа, я нашел обновление, что, я сейчас скачиваю его, да? Я качаю его. Ага. И все, и тормозит.
и он дальше не идет. Он типа скачивает его. Прикольно. Ну, как бы, у меня он бывает вообще просто, типа, не это... Хьюмана? Не запускается. Где вы играть-то? Я вчера в Хьюмана прошел. Че, ну, ты же решил брать покемошек, не играется никак? Ну, блин. Не, ну, покемошки прикольные, кстати, прям. Ну, что-то работает. Че, там Кирюха пришел? Сейчас я его обновлю. А где Кирюха? Начать. Я чуть не увидел. Наверняка работал. Так, запускаем. Ты меня пригласил, я тебе захожу. Заходи, заходи, давай. Это обидно. 500 рублей, как бы, коту под хвост не хочется. Ну, как бы, можно вернуть всегда. А чё жаль? Ну, чё, ты даже не смотрел, говорит, жаль. Жаль? Ты пришёл, ударил, я Чиполлини говорю, ты пришёл, меня пару раз лещей отпустил Кумани и ушёл. И чё? А теперь жаль ему. Конечно, накопил сейчас баллов, теперь ждёшь, когда бы мне всечь, да? Молодой. Кирюха, здорово. Я тебя чё, не знаю? Чё, я ещё про тебя знаю. Сбалов, чё там сбалов? Папа, мама есть. Ну что там? Заметьте, лещей тут нет. Нет, вчера, когда мы Хумана играли. Ну что, продолжается загрузка, ничего не действует вообще. Ну, веселенько. Да. Хорошая игра, конкурсы интересные. А ты прикинь, если меня забанили за то, что типа я читерил. Хотя я не читерил. А ты читерил? Нет. Ну прикинь, настолько я хорошо играю. Хотя по игре что? Вообще не было. Это я настолько хорошо играл, что, короче, первый умер. Чтобы просто дал возможность поиграть типа другим, просто, чтобы они не расстраивались. Вот ты и это все как бы. А добро нет. В смысле нет? Это что такое? Что я добро не помню? Я всегда помню добро. Ну, конечно, пока добро, ты заходишь, я сам пока поиграю. Давай, нет, конечно, что ты. Ребят, если что, к Даньке заходите, пока у меня черный экран. Да, заходим там, да, вот это вот там. У Даньки сейчас он будет играть, а я вот сейчас сижу загрузкой у игры. Ну классно, минус 500 рублей. Не, ну что вернешь, ты как? Два часа не поиграл уже еще. А какая вещь, которая постоянно... А, вот за... Ага, за то, что они меня лагают. Ладно, у меня экран интереснее, просто поиск игроков и все. Не, ну хотя бы у меня падает человечек, как бы. Можно за ним понаблюдать. Не, там будут, вроде бы, должны быть люри. Ты же на сервере вроде бы сидишь. Даже не было, не в Хумана, не, он вчера в Хумана поиграл. Я вот не прочитал сообщение, жмакнул сразу, окей. Ну, дурак. Овечки, говорит, которые постоянно я тебе поставляю. Ну, классно. То, что у меня потом после этих овечек лагает прям жестко, это ничего. Так, ход не так, выполнен. Народ, пожалуйста, проверьте. На Юру подпишитесь, пожалуйста. Так, алло, алло, Даня, ты меня слышишь? Алло, 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 да, я там такую ссылку кинул. Ты меня слышишь, чтоб, значит, чтоб, интернет чтоб работает. Да? Ребят, вы меня хорошо видите? Игра не найдена, говорит. Значит, интернет хорошо работает. Не смогли найти подходящую игру. В смысле? Все, вы поиграли. Да, мне кажется, сейчас будет просто капец, сколько людей, какой огромный наплыв. Ну, блин, а хочется поиграть, слушай, в нее. Ну, как бы да. Может быть, пойдем в Хумана? Хуман у тебя есть же? Хуман, блин, его скачать надо. Да, ну, давай еще попробуем сейчас да. Еще пару раз, как бы. А если что, там какую-нибудь найдем. О, как-то... у меня пошло что-то, кстати. Пошло? Да, немного. Ну, поиск, по крайней мере, пошел. Тридын. Карл, привет тебе. Тридын тебе в ответ. Все, я там ссылку, короче, тут чат кинул, чтобы тебя подписывались на тебя. Да, Хумана надо. Хуман, ну можно, мы сейчас, если, короче, не... через минут просто, там просто, чтобы 10-15 мы не сможем что сделать, то, думаю, можно. Вашу маму и там, и тут передают. Это да. Так, ну, по крайней мере, я попал в очередь, но у меня только 30... А, вот 39-40. Вот такая вот картинка на экране. И все. И больше ничего. Что там, вашу маму и там, и тут, что? Вашу маму и там, и тут, все верно, ты сказал. Так, доберитесь до финиша, но... Это что за... Так, ну попробуем тогда еще раз. Зайти в игру. Ай, тихо. Ох, нет. Хать! Хать! Блин, я меня в течение... А, блин, ах ты ж... Какие звуки от тебя... Да меня пина... Или... Да, блин. Ладно, я подожду лучше. Хать. Так, вот теперь такая карта. Да, я сейчас нажму на старт. Идет загрузка.
Оп. Ну ждем. Оп. Еще. Ах, блин. О, нет, сейчас меня задавит. А, нет. Не-не-не, подожди. Так. Будет сложно. Ать. Не, ну это обидно. Тут кто-то развлекается, кто-то там ахает, охает. Ахает, охает, да. Знаешь, что-то мне напоминает, ну ладно. А мне черный экран, и я представляю, что это делать. Не надо. Открываешь баночку лечо. Почти так. А, так, да, вот это. Ай, ай. А, блин. Ничего не получается. А, блин. Чё-то лечо захотелось. Вас выбили. Хорошая игра. Я не могу прыгать. Ах, да, кто стримит? Занимается серьезными делами. Ну, там, ради бога, знаю, что месяц было стабильно, а то и выше 30, и только сидите у Юры, да не. Ну, блин, а чё бы нет? Юра хорошо стримит, поэтому. Так, выйти. Я забываю, какая клавиша-то. Чё-то она странная, какая работает. Ну вот это. Минус. Короче, у меня сейчас вот оно типа повисло, походу. Повисло? Как у меня? Ты нажал выйти, и оно тебе повисло? Да даже оно до того, как я нажал выйти, оно повисло. Он показывает меня, типа, а ошибка. Не у нас получить информацию о наградах сервера. Да пошел ты нахер. Ну все, короче, лег сервер. О, гай, старт, ну-ка. Я в меню выкинул. Так. О, имп, вас вы осуждаю. Выход не выпал. Мак выбыл. Пожалуйста, проверьте интернет-соединение. Ошибочки. Что там мой друг сделает во время стрима, пока я фолгаюсь? Может, поставишь хума на сиди? Тогда он быстро качается. Так, ну в меню я захожу как бы нормально, типа. А я вот нет. Ты даже в меню не заходишь? Я даже в меню не захожу. Да что ж такое-то? У меня идет загрузка, тупо очень долго идет загрузка, и пишет потом, типа, нет интернет-соединения. Хотя как? Что, если пара зрителей, я вообще прям в шоке. Прям это. Я стримчик запустил, стримчик... Я надеюсь, все подписаны, как бы, я жду, как бы, вообще будет обидно. А игра не что? Запускается. Опа, он, видишь, время ожидания подключения к серверу истекло. Да, что-то с серверами, короче, печально у них прям. Да... Че, попробуйте мех варьер онлайн, ну блин, ну сейчас скачать его долго нам будет. Танков пинг до сервера игры. Ой, спроси что-нибудь попроще. Я даже не знаю, где. А, им здорово, да, и не поздоровался. Я и пишу найти, чтобы сверить пинг. И где здесь посмотреть. О, у меня как-то через раз, короче, заполняется, работает, я не знаю. Попробуй еще раз перезапустить. В Steam же есть. Ну давай попробую еще раз перезапустить. Как бы это. Вот еще со второго раза опять в матч зашел. В Steam есть. Да, ну как-то странно, стимовские оповещения лагают, короче. Именно в этой игре. Порнохаб. Включил. Так. Так. Бежим! Есть. А где? Подскажи, пожалуйста, я посмотрю в стиме. Здесь есть такая штука. Где это можно посмотреть? Опа! Нихера. Поиск группы обсуждения. Больше информации, типа. Нихера, бля, я сейчас походу первый прибегу. Да быть не может. А будь ты здоров. Спасибо. Бегите к финишу. Сейчас вам покажу. Блин, я упал. Я сглазил короче, себя, короче. Вот. Ай, вставай. Таких где? Ой, я прошел. Спасибо. Че? За бесплатную тему, похоже на Titanfall 2. Что, можно бегать по стенам даже? Игру. Свойства, может быть, в свойствах? Вижу майн, захожу майн. Да господи, ребят, да успокойтесь. Просто... Так. Так, и что, мы играем дальше? Давайте... О, нормально, следующий раунд пошел. Что-то работало пока, не знаю. Давай, заходи, короче, там. Я сейчас проверю целостность. Давай, ну, вряд ли штука скачалась. Что-нибудь сломалось? Знаю, может быть, что-то сломалось, да. Так, закройте все запущенные игры и программы, и только зайдем. Ох, ёбушки, что-то тут ужасное. Закроем. Так, проверяю. На всякий случай. А вы друга?
Что-то не то пошло. Щемят. Щемят. Прям вообще. Опа. Я думал, это у меня что-то. Ай, бля! Так, все файлы успешно. Опа. Прошли проверку. Где? Не понял. И главное. Но... Чиполлино. Молодец подсказал, говорит, в Стиме же есть, как посмотреть пинг до сервера. И слинял. Ну все, ищи. Он тебе дал подсказку, короче. Ищи, где, чё, вообще ни разу не видел такое. Ай, блин. Чтоб можно было посмотреть. Да я походу... Ай, блин. Ну это что такое? Ещё раз взять и выйти. Е, так, ааа, бежим. Так это что? Не, это понятно. А, что? Нет, почему? Почему? Ты же передаешь информацию на сервер. А ух, у тебя взяли какие-то файлы повреждены, поэтому ты не можешь передать информацию на сервер. Так, клиент тоже нужно проверять, смотреть, что с ним. Нет, бля. Ты сделаешь все, что я тебе напишу в чате? Ну давай, если это будет просто, я сделаю это. Если же нет, то я там... Сейчас я придумаю что-нибудь. Ать, о да! Блин, о! Неужели я дойду? Я 30 из 30! Ну я обошел, короче. Хорош. Еее. Монстр, короче, там... В смысле, что ты извиняешься? Ты же все равно будешь меня слушать. Давай, давай, да, Дани. Конечно, там, пока у Дани развлекуха. Монстр Короли, там, ну, не знаю, я пока чуть-чуть начало поиграл, но прикольно, как бы. Так. Не знаю, сколько она большая, как бы, но... Какая игрушка Steam. Интересненькая. Стима, я вышел полностью, да? Все, я вышел. Там работает шутан, ракета. Ты знаешь, что такое Мехварио, как бы, я понимаю. Steam. Так. Гоголь-моголь. Положите как можно больше яиц в корзинку своей команды. Твою мать. О, нифига себе. Вот, наверное, в таких моментах и можно, типа, стоять, танцевать и делать какие-то различные штучки. Кстати, на циферке. Ай, блядь. От 1 до 4. Так. Недолго я веселился. Недолго пела моя песенка. Сейчас я начать уже. Бля, у нас яйца пиздят, короче. Невероятно. А там команда на команду, типа? Ну, типа три команды. Ну, всех поделили на три команды, типа. А, вон ну что. Такие, где теперь эту игру искать? Так, я не понял. А, теперь... А, я помню, тебе надо воровать, короче, яйца. Пытаемся запустить. Ай, блин. 300-289, да? Вот, у меня уже да, упало. Ну чё, сука, вас? А, меня защемили! Да нас двое пока. А, никто больше не захотел с нами. Да и вообще один... Да прыгни ты, господи! Потому что я не могу запуститься. Один раз сыграл, и всё. И теперь загрузка идёт. О, Е3, я запустился, ребят. Да? Сейчас я проиграю тут, подожди. Давай. А. Это шо? Да ты смотри, я не могу. Понятное дело, 500 рублей, это же как бы не у каждого простого стримера будет. А как же Доши, как вообще дальше питаться? Минус 500. Бля, Дошек 500 рублей, нихера, да что ты за Дошики там ешь? Не, ну типа не один же Доши. А, не один? Ну ладно. Да, ну типа на целую неделю 500 рублей. А, ну тогда, бля, это конечно. На завтра. На завтра? Нет, завтра же у нас какая-то игра будет. Какая-то игра будет? Как-то не уверен. Вас выбили. Я вот не помню просто. Там кто-то приглашал тоже по РП. Ужасный режим. Дефа, яйца держи из оляшки. Это же среда? Да. Ужасный режим. Че там? Подожди, нет, так не работает. Он работает только когда ты играешь в игру. Так, все, меня выбили. Я... Не хочу. В смысле, следующий раунд, я же...
Понеслась, все. Не-не, все нормально, все хорошо. Че он лег-то, блядь? Все же нормально показывается. Так, можно я выйду? Они работают. Я не могу выйти. Это вот этот. А, подожди. Типа вот так вот он делает. Затем пальцы вверх. Выйди, да, выйти. И... Пошел всем удачи. Давай, давай. Спасибо, что зашел. Везде наебало. Твич, по-моему. Всем человек. Да, я. Всем привет. Не забывайте подписываться. Не, я, наверное, эти баллы уберу, потому что... И что, у меня что-то сломалось. Ты теперь не можешь зайти. Подожди, ну, не, я, ребята... Типа... Не, подожди, пока только... Я пока только выйти не могу. Я так тоже не мог выйти, потом меня выкинуло. У меня все бегают на одном месте. Вот ошибка. Все, сейчас я, короче... Ошибка, все. Сейчас, сиди, оп, вот сейчас я в меню. Оп, старт. А, ну все, я в меню, нормально. Пригласить. Опа. Ага. Игра, да, 465 рублей стоит. Yeah, мы в команде, наконец. Я готов, понеслась. Команда, красные трусики и сердечко. Так, все, поиск пошел, у тебя нормально? Слышь, поиск пошел у тебя? Юра? Что? Поиск пошел, все у тебя? Да, пошел, идет. 55. Все, 55. А, все, ничего, нормально. Все нормально. Ебой. Типа Dark Souls Party, Dark Souls Party, ни хрена себе. 150 рублей стоит, что дешево тогда. Ломайте двери на пути. Так, после 10, а, после 10-го? Ну, почему нет, можно будет. Ну, игра прикольная, думаю, будем у меня играть по-любому. Тут нужно, знаешь как, тут нужно пропускать вперед людёв. Людёв? Вперед? Да. Зачем? Вперед, потому что они проверяют, какая дверь Думаю, что, ты думаешь, один такой умный, что ли? Ну, смотри, сейчас. Блин, я числе первый. Чуть-чуть их пропускаем и смотрим, куда же. А, ух, нихера меня откинуло. Ай, блин. Так, не туда. Ай, блин. Ага, правее чуть возьмем. О, ломанулись. Меня пинает. Ну что ты, отвали. Так, вот та дверь. Одна дверь, прикинь, только. О, можно пинать, прикинь. А как пинать? Или нет, блин. А, на мышку. Ой, ники убрать нарушили. Ой, я кто-то пендаля дал мне. Ай! Да вот, так, слушай! Да что, бля, пинают, реально, слушай. А пинают. Как пинать? А, можно прыгать, типа. А, да, можно пинать, короче. Прицелишься, вот так вот делаешь пинок. Ёб твою мать. Быстрее! Давай! Давай, успеваем. В смысле? Вас выбили. Я не добежал тоже, чуть-чуть не хватило. Че, что, возьму игру? Да, думаю, можно будет, так, почему нет? Вот он. Меня выбили. Это обидно. Ну ладно, выходим. Дойти до конца. Вы же играете в эти шарики? Когда стримеры запускают шарики, вы же играете в них? Вот то же самое, только ты управляешь этим шариком. Мне кажется, все время будет... На четверых? Я не знаю, тут, по-моему, максимально 4, я не знаю, сколько в команду. Ну да, или рандомить, или же... Ну, тут... Бля, а сколько тут в команду можно вообще? А я вот не знаю, подожди, а я что, не могу выйти? А, все, могу. Что? Мне пишут, что ты смотришь матч, короче. Все, я уже потихоньку выхожу. Да, я вышел. Блин, как мы не добежали. Да, тут нужно прям рандомить. Тут нужно было прям рандомить и бежать. Ну, блин. Ну, тактика была хорошая, по идее. Тактика, но, опять, бей, беги. Я не знал. Боевая готовность, не шутя. О, видишь, все работало, нормально. Работает, все отлично. Все хорошо. Сейчас мы будем очень быстренько все запускать и будем играть. 51,60. Видишь, какие-то временные какие-то трудности были просто. Но они как бы... Как вроде... день прошел? Да, сложно опять. Трудный день был. Придавайте препятствия и доберитесь до финиша. Что там, фон стоит? Вот такие кружочки типа. Опа. А, все нормально. Поехали. Это уже испугался. Ну а что в конце, честно? А
Так опять же, здесь будет... Ну, музыка прикольная такая. Ой, ты подпрыгнуть можешь. Ух, нихера. Не можно, а нужно. Да я не... Да... Меня пинают. Мне вот не нравится то, что меня пинают. Отлично! Я просто сразу не понял тактики. Успеваем? Так, тактика, беги. Да вот, бля, дураки. Пинаются. Херо тут шары одновременно катятся. Блин, я не успею, наверное. Я не знаю. Я что-то последний бегу. Да? Да, это печально. Это печально. На что-то... Ой, блин! Вот чё я падаю, валяюсь, как дурак. Бля, это у тебя надо спросить. До свидания, всё. Бля, я походу тоже не добегу. Так, а как поднял... Ага. Я вижу тебя. Ты далеко, да, чем я. Ты дальше. Да, блин! О, нет, нет! Ямка, оказывается, была. Ё-моё. Вас Пройкал. Выбили. Вас выбили. Бля, что-то сложно. Сложно не то слово. Я думал, намного легче будет. Они так, ладно, мы выходим. Выходим. Обидно. Обидно, да. Но ничего страшного, нормально все будет. Сейчас мы разыграемся, короче, такие, да. Да. Все, и накажем. Все всех накажем. Я готов. Понеслась. Я готов. Музыка еще классная. Да, блядь, прикольно. Пока забавно. Не раздражает, пока весело. Ну пока да. Блин, столько начали. Че, клевый геймплей зашел, вышел? Ну, о, да. Я знаю, кто мы. Мы арбузики. Команда арбузика. Блин, это полосатые должны быть. О, ошибка подключения у меня. У тебя ошибка? Да, время ожидания. Опа, меня, короче, выкинуло в меню. О, у меня тоже выкинуло в меню. Ладно, бля, что-то перехвалили опять игру. Так, летим дальше. Лошарики? Ну, блин. Вы только начали. Ой, что-то циферки не появляются, плохой знак. А, появились. Есть, 58. Ебой. Вертушка. Преодолейте препятствия и доберитесь до финиша. Казалось бы, что может пойти не так? Да, это толпа безумная. А я вот здесь бегал. О, кстати, я здесь, кстати, прошел. Да ладно, хорош. Я вот здесь пришел 30-м. Надо будет сейчас попробовать еще раз. Бежим! Я таким образом, типа, отодвигаю его. Ай, нифига себе, минус толпа просто. Ну да. Почему я падаю? Ах, это не кто-то пинал или нет? Возможно. Ай, бля. Это меня никто не пинал, это просто... А как цепляться? Ну, у меня на триггеры. Можно. Я просто перепрыгнул. Куда? Я просто в микро... меня тут... Я бегу! Да ай, бля. Ай, бля. Я тоже бегу. Так, нужно... Бля, тут... Ну, тайминг! Ну, такой хороший тайминг. Я запрыгнул. Бежи быстрее. Yeah. Ай, бля. Поймал. Нет. Так, тут нужно поймать. Бля, я упал. Да, капец. Ладно, я тут... Да ёп! Бля, надо торопиться. Да уже... Кто-то уже запрыгнул, слушай. Ой. Я тут. Я тут недалеко, кстати. Нифига толпа. Я спрыгнул вниз. Она вроде бы быстро крутится, а вроде бы... Да блин! Опять, что такое? Я прыгать не успеваю. Оп. Да ё-моё. Надо быстрее. А, нет! Все, капелька, все, короче, мы про это. Да блин, я прыгать не успеваю. Нет. Я успею, давай. Давай. Я успеваю. Yeah! Вас выбили. Я прошел. Ну давай. Тащи за, короче, за двоих. Так, смотрим на Даню. Он падает вниз к херам.
Нормально, продолжаем. Ну это жестко, слушай, я что-то немножко... Ты мне писать что-то мнение, что лучше бы ничего поиграть в эту игру? Да, пока нормально, лишь играем. Так, преодолейте препятствия и доберитесь до финиша. Это просто гонка. А, это вот эти с кружочками, которые. Да. Не, это нормально. Здесь мы уже умные, да? Ну как мы? Ты сейчас за двоих, как бы, я не знаю, я выбыл. Все, понеслась. С выбойным по выбойным. Погнали. Где-то есть. Видишь, можно держаться. Можно так зацепиться. Не, это я знаю. Я тебя найти не могу. Почему? А, вот. Тактика. Мертвый попугай. Вот к чему? Тактика мертвый попугай. Это как? Ой-ой. Да что ж вы столпитесь-то, ребят, не надо! Всем хорошо, стрим продолжен. Давай, спасибо, что зашел. Идем хорошо. Прям толпища людей. Ай-яй-яй! Какая досада! Ну ладно. Сейчас пройдем здесь быстренько. Здесь нормально. Проходим. Хорошо. Ну чё? Давай. Тут нужно прыгать. Опа! Вот чё он у меня падает? Ну, потому что тебя пинают, наверное. Так, нет, вроде бы. Ай, не добежал. Чуть-чуть. Вас выбили. Не успел. Так. Не, если бы я по этим кружочкам нормально бы попрыгал. Там какая-то тактика идет. Вот видишь, у меня почему-то, когда я запрыгиваю на другую платформу, которая крутится в другую сторону, меня это сносит с ног. Да. Как это? Че, готов? К нам может третий присоединиться. Давай, вообще будет хорошо. Сейчас выйду, короче, так вот. Из моих заходи. Из человек, которые были в гейме, которые были никто, в разговоре, никто не захотел, прикинь. Такие, я его предложил, короче, пригласить бы, игроков. Ты чё, 500 рублей стоит это все? Опа. А, так надо в Discord пригласить, наверное. Нам еще бы сэма второго пройти. Это да, это надо. Прям второго или второе пришествие? Я не уверен, что вечер поведу за этим ща 500 рублей. А вот пиццу заказал. Ну, молодец, правильно сделал. Тут как бы никто не заставляет тебя. Ты чё, Макс? Бля, как ты... А, ты просто... А кто это? Я а чё? Некрополис. Нет. Некрополис. Почему я не могу им под... А что они в друзьях, да, у меня, наверное? Или в друзьях? Ну, я готов. Сейчас, секунду. А, вон, да. Добавь друзья. Тут главное понять механику. Понять физику этой игры. И все, и ты будешь побеждать. Там просто у нас одна жизнь, тупо огромный мир, рандомные мобы, дроп раундом, рандомный. Одна жизнь, задача, пройти как можно дальше. Трофей, графу нелегкий, миленько выглядит. Мне что-то с правым глазом, слушайте, я что-то нормально... И добавь, друзья, в этом, в Дискорде. Где работают эти добавлю награды? В самой игре они работают. Ну, то есть, когда я начинаю играть... Блин, я сейчас уберу вот эти награды, которые активируются, когда я тупо стою. Там одна награда есть, ага, которая активируется в самой игре. То есть, толчок такой, рывок называется. А! Алло? Погоди. Так, что-то не... А, я сам... Странно, что... Короче, я создал беседу и сам к ней не присоединился. Это очень странно было сейчас. А нафига ты нам нужен вообще? А, ну, не действительно. Надо. Не заходи. Не надо? Блин, уходи. Ну ладно. Даниил, уходи. Ну, блин. Да, пожалуйста. Оставайся, чувак. Будешь нашим гостем. Оставайся. Так, вот, теперь нас... О, теперь нас трое. Ебой. Научите? Чё, как? Да если бы мы сами умели. Бей, беги, всё. О, окей. Толкайся, беги. Всех бей.
кроме нас. А, так, сейчас попробую под затыльник себе ударить, получится ли у меня это или нет. Что, мазохист, что ли? Сам себе под затыльники раздает. Бах, только. Не удалось найти игру, пожалуйста, проверьте соединение. Так, я понятно, еще раз жмем. Ну это хорошо, что не выбрасывает прям из игры. Не, ну да, и лобби не раскидывает. О, пошло. Отлично, одного человека не хватает. Нормально. Ой, это печально будет. Сейчас будет больно очень. Прям вот к крайней степени. Так, им поплохо слышно. Он просто тихо говорит. Я молчу. Я пока не понимаю, что происходит. А там игра пошла! Не работает, ребят. Петнер, я не знаю, нужно будет... А что это такое? Нет! Качели! Я на чекпоинте, я первый. Ну же ты первый. Вот ты посмел. Я самый первый, посмотри. Да что такое? Возле меня резнулся чувак, и меня толкнул. А, нет! Ладно, понесайте. Я упал вниз. Отлично. Че отлично? Это да. Блин. Тут вообще какое-то столпотворение непонятное. Так, там дебилы это. Меня сталкивает, Блин, а здесь вообще не поднимешься. У нас выбора нет, как бы. Ну все, тут это GG, ребят, GG. Че, мне одному что ли продолжать теперь играть? Ну вы че? Да подожди, сейчас опустится немножко. Меня схватили. Меня кто-то погнал! Полосатый хрен! Волосатый или полосатый, я не услышал. Волосатый. Блин, нифига, я скатился вниз вообще. А нет! О, как стоит на платформе, не двигаемся. Куда, ребят? Ни хрена себе у вас там ад. Давай. Отлично, я пошел. А я там ад. А, нет. Опа. Ой, зря сюда пришел, походу. Нет. Нет! А, я упал! Как я упал-то, господи! Почему я падаю каждый раз? Нет! А, блин! Да твою мать! Я вижу твои страдания, твою боль. Держитесь, ребят, держитесь! Блин! Хорошо, держитесь, быстрее! Оп! О, фу. Чекпоинт, Как он впереди бежит. Падаем, быстрее. Нет! Твою мать. А чекпоинт, смотри, нормально. Нет, чекпоинт, ну да, но, блин. Уже там до финиша добегают. Нет! Да кто? Да что ж вы за люди-то такие? Ай! Не хватило! Вас выбили! Блин, ну это... Просто не знаю, как у вас, но у меня яйца вот так вот. Я такой... Что у тебя? Что у тебя яйца? Подожди! Они за меня разговаривали, и такие... Я в итоге без вас, да? Ну, получается, да. Будем за тобой начать наблюдать, как встретите. Ты будешь тащить. А вы можете, да? Да, мы можем. Все, у меня группа поддержки есть. Сейчас все будет. Да, что-то найти тебя на облако. Умри. Нет, давайте по-доброму, ребят. Сдохни. Это передача «Сдохни или умри». А какой тебе никнейм, скажи? OneAmp. Ага. Ты розыгрыш, да? Да. Я не умею там менять. ХВС. Да. А куда тут донатить на скину? А тут нужно... А там есть, да. За предзаказ давали этот костюм Гордона Фримена. Да ладно. Чё, пока стабильная... Последний раз? Ну, да. Я как походу... Я даю возможность людям поиграть, я добрый человек. А нет. Не получается. А все. Надо было раньше. Давай.
О, вот так, да. А, ну сегодня не успел. Я равно... Вас выбили. Рандом был не на тебе. Я пытался, я сражался за вас. Все, выходим. Я не могу выйти с уже. Я нажимаю на кнопочку, не выходит. Да, я нажал, но у меня пока повисло. Ладно, скажу. Часто не буду нажимать. Не, что, не, сидим, блин, лучше. Ребята, у меня тут по умолчанию стрим с прошлого стрима называется «Три инвалида и собака». Нормально, да? Так, а где собака? Я в Оверкуфе играл. А? Где? Где стримеры? Где стримеры? Стримеры? Какие стримеры? Кто здесь? Не знаю, никаких стримеров. Кто? Кто? Что? Где? Какие стримеры? Харт. Так, я вроде в меню выкинулся. А я вот не могу выйти, подожди. Вот, ты смоги. Я нажимаю так, на Escape, а он не дает мне это сделать. Подожди, ты типа стримишь, я что-то не вижу тебя. Я запустил. Вроде, только что. Я ваш. Ребят, я переключать смогу между игроками, а вот зайти... Escape выйти не работает? А, о, какой ты. Спасибо. Не работает, не нажимает. Пишешь, что ты не в сети, что-то. Еще не пошло. Ну ладно, я все равно, короче, ссылочку в чат кину, на всякий случай. Оп. Да. Я уже забыл, что это такое, как это... Как это стримить? Да. Ну, Юра опять не может выйти, да? Нет, тут раз я вышел, у меня ошибка получилась. А, вот пошла, да. В этот... А в этом я не могу просто тупо выйти. Escape не работает. Все остальные клавиши работают, а Escape не работает. Может быть, я часто нажимал на него? И даже курсора нет. Чтоб я бы взял бы, хотя бы нажал бы. На перезаходи тогда, быстрее буду. Потому что ой, не боюсь, что я сейчас, да, выйду и не подключусь к серверу. Ну, кстати, может быть, да. Ну его нафиг, я лучше сейчас... Вот они. Я опять нажимаю «Выйти» с Абакстони. Не выходит. Бля. Рили не выходит. Пробуем еще раз. А че у нас смешанные отзывы этой игры? Все жалуются то, что... Ну, на сервера, наверное, жалуются. Я думаю. В PlayStation бесплатно раздают. А, да. Ну это место, да, потому что по Европе раздают Modern Warfare 2, когда у нас его нет. Нет, по Европе раздают и Modern Warfare, и Fall Guys. А, и то. От... Тогда тоже жаловался бы. А там, короче, они петицию собирают, я уже подписался. Там целая петиция от игроков ру-сервера, ру-региона. То, что, мол, какого хрена, пацаны. И чё, помогла? Скинуть ссылочку на петицию. А я не знаю. Узнаем скоро. Так, ну что, у меня команды не работают нормально толком, как я хотел. Можно будет потом настраивать, сидеть. В следующий раз настрою тогда хорошенько. Че, погнали? Я здесь. Ты здесь? Я же боевая готовность. Полетели за мечтою вдвоем, это кофе в постели. Так, что началось, ребят? Песни, нормально же общались, ну в конце концов. Так хорошо поиграли, понравилось очень. Затащили прям. Анимация полета. Очень-очень быстро. 400 рублей. Игра была. Нормально анимация, чё. Ну за Modern Warfare, конечно, обидно. Так я, а что ты меня прослушал? Ну, в PlayStation Plus, короче, раздают вот эту игру и Modern Warfare 2. А так как в России на PlayStation нет Modern Warfare 2, то нам только PC по лицу, короче, раздают. Ну, это классика. Ну, там же Modern Warfare просто из-за части компании, которую удалили. Ну, да, из-за миссии ни слова по-русски. Да. Классная миссия, кстати.
Мне как раз он понравился. Вот, Дань, тут у тебя спрашивают по поводу твоего ника. Моего почему ника? У Данте в конце ника стоит 2М? Расскажи, пожалуйста, варианты скажите, я вам потом скажу правильный. Импала, Зул, привет тебе. Импала, подскажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, что обозначает буква М в конце никнейма Дани? Можно я предположу? Можно предположить? Давай. Два мужчины? Два мужчины. Интересная версия. Мне нравится. Нет. Все. Я понял, как да. прыгать. А, не понял. Я сначала не понял, а потом как не понял еще раз. Ну как понял. Оп. Главное, чтобы сзади никто не подходил. Успеваем. Да, то сзади любят подкрадываться. Нечестно. Было бы шикарно, если здесь еще никнейм отображались, друзья. Я вас там можно. А ты нажми на тап. Там, да, там можно. И ты нас можешь увидеть. Я вниз упал! Я упал тоже вниз. Не получается мне здесь проходить. We can do this. Так, вон я. Я понизу пробежал, как. Ни хера, надо бежать быстрее. Сейчас не успеем. Бля, не успею. А, я вниз упал, нет! Че, я не успею, точно, 100% не успею уже. Все, я успеваю. Я вроде бы успеваю. Да, я успеваю. Бля! А где вы? Я не пойму, вы что там нюхаете пыль? Я на финише. Нет. Нюхаем клей. Вас вы выбили. Первая буква фамилии. У тебя первая буква фамилии? Два миллиметра тут пишут. Варианты. Тогда было бы две буквы. Да, это получается. Тогда два метра тогда получается. Два метра. Это диаметр. Давайте я предположу. 2М. Две мамы. Две мамы. Интересно. Два мужчины, две мамы. Двухмостовый. Ну, 2 метра. Типа рост, да? Ты предлагаешь типа рост, нет? Не, ну почти раз. Не, ну вообще нет, но хороший вариант. О, это с яйцами, да? А, нет, не с яйцами. Это нет, это... А что делать? Я не понял. Волейбол. А что делать-то? А мы выбили нас. Мы смотрим за тобой. А, что вы делаете? А кто у нас третий? Дерни, ищи. Хорошо. А что нужно вообще сделать? Нужно наоборот в нашу сторону пинать или в их сторону? Да, они пинают, они не понимают, что... Ребята, да, надо... Послушайте надо, меня! Надо... А! Блин, а они тебя не слышат. Надо мечи, короче, перетолкнуть на сторону чью-то. А, я так понял, что мы выигрываем, да? Нам ни разу не забили гол, или что, или как? А, нужно мечи оставить у них на платформе. Вот сейчас желтый, вот же вы сейчас по идее выигрываете. Да, я понял. Или наоборот, или проигрывать. А вот нихера не выигрывают, но 0 мечей наоборот, ахеровные. Ну, ты говоришь, красненькая горит, как бы. Отпихиваем эти мечи. Ну технически это футбол же. Это типа волейбол. Вот 2-2 типа. Непонятно, короче. Нужно пинать их отсюда нафиг. А может наоборот надо, чтобы они оставались? Да нет, видишь, нам закидывают сюда до хера. А, ну все, ладно. Может они тоже не разобрались бы. Синий выигрывает. А, выкидывайте. А потом как разобрались. Потом как разобрались, да. Тут синий нападает на меня. 2-3. Выкидывай. Ты пытаешься. 13. Суки! Ой, его можно нести, прикиньте. Вот так руки вытягиваешь. Дополнительное время пошло. А, давай, выкидывай мечи. Выкидывай. Вот ноль у вас, всё, нормально. Я на защите. Ни один не должен сюда. Они дураки, они пинают. Они друг друга пинают. Подожди, а чё они все пинают? А может это было... Раунд завершён. А не, мы выбили, прикинь. А, так значит, надо было у себя держать мечи, наоборот. Держать мечи. Серьезно? Да, прикинь. Вон, полетели. Тупо, конечно. О, блин, непонятно. Так вот, не за... А там было написано? Ну, было читать, потому что для дураков специально пишут. О, лавры нам дали. Ну, мне дали. Это просто...
Там было просто что-то с мечами связано, я не дочитал. Не зря у меня стрим называется «Три инвалида» и «Собака». Вообще. Так что обозначает две, ну, то есть, два... Ну, это тупое объяснение будет вообще. Чё? Тайтл Робит? Я за пирата играю. А, стоп, наливаем? Наливаем. Ну, как бы да. Да. Я ревнул, я ревнул. Я готов. Я очень стрим. Всё, я готов, да. А здесь можно как в Human Fall Flat кого-то хватать? Да. Хватать можно, да. Вот ты можешь так же будем залазить. Руинить игры. Тут все руинят игру. Можно, типа, ну, ты вот не хватаешь, типа, держишь его и можешь, типа, его придерживать, чтобы он не бежал. Да. Вперед. Так что обозначает 2М? Чё, а собака где? Я собака, видишь? Где третий инвалид, скажите мне? О, опять идея. Эти штуки, эти качели, блин. Тут нужно прям, я не знаю. О боже, я не люблю. Да, собака я, видишь, я специально вырядился. Собака писала. Так что кто третий инвалид? Собака села. О, не запрыгнул, да вы чё, на тебя так подняли? Я первый бегу, а сейчас пука будет. О, не, нормально. Лошары. Мне кажется, это нечестно, те, кто первый бежит, тем проще. Ну, так да. Я тут раз первый бежал. Ну так я говорю, это проще, это сексизм, это феминизм. Интересно. Это секс. Я что не вставлю просто из-за того, что... Я розовый, я должен первым бежать. В смысле? А вот это тоже, а? Сексизм по отношению к цвету. Что-то он говорит, да что ж я падаю, ля. Сексизм по отношению к цвету? Это расизм уже, по-моему. Да, расизм, это больше к расизму. А вы видели розовый? Расист, расист. Осуждаю. Нет. Ах ты ж пёс, кто там запрыгнул? Нормально. Так, тихо, спокойно. Хватит. Как хорошо иду, ребят. Здесь не заруинить. А вы куда это припёрлись-то? Это что такое? А я вижу вас, ребят. Вы впереди меня, вы чё? В смысле впереди? Ты за кактус играешь? Я не за кактус, я за зеленого. Кактус. Фак е, да я дошел. Да. И я дохожу, ребят. Прикиньте, я даже успеваю. Я вас ненавижу. Ну что, втроем дальше прошли, что? Недолго ты в первой тройке пробегал? Ну блин, а то я прошел зато. Я сзади. А где вы есть? Я а все, вот, я вот им, а им это тусуется. Давай. Нет. Тайтл Робит. Я кактуса прихватил, нормально. Так, что ты написал уже? Далековато, да, реально. Да, а почему я видел? Женишь? А, это, наверное, Даню видел впереди. Да, это Даня был. Даня за волка? Вот это жестко. Да, я волка. А стоп, а здесь можно хвататься за платформу, чтобы не падать? Да, можно. Но только когда ты в прыжке, когда ты прыгаешь на нее, он не быстро хватает ее. То есть ты должен как-то упереться. Во-о-о-о! Он не хватает ее. Руки не опускают ниже. Да, типа, он придерживает, типа, видишь, так? Ладно. Зато с собой забрал. Он сейчас неудачники свалится, смотри. Не надо так, наверное. Улетел. За что ты так со мной? Че, ухватил за жопу? Ну да. Бегать за жопу хватать. Блин, это же как я подставлял тех людей, которые играли мы в волейбол, и я отбивал мячи. Ты мячи уводил, короче, они такие, что за короче вообще? Что за дебил? Попал за в команду. Бля, опять эти двери, блин. Мы пытаемся выиграть, а вот тут. А, там. Пусто. Тогда не забыть, что в конце надо прыгать, короче. Да. Когда скатываешь что-то. Смотри, открывается, закрывается, так что нужно. Еще подгадать момент, так, подожди. Хать! Опа! Да ёб! Я не туда, не сюда. Ну, жду как-то. Хать! На последнем месте. Okay. Открой. Спасибо. Бля! Затолкали! Так, а Даню я вижу. Серый волк.
Ну как серый, да? Страшный. Оранжевый. Хера, там уже 7 прошли. В правую! А, нет! В ту сторону, куда ты идешь? А, я назад пошел. Вас выбыли. У меня была тактика такая, смотрите, я прыгаю по двум, то есть по центру, слева и по центру. Сейчас неудачники упадают. Не попал. Из тьмы. Да. А что такое? Я не могу пройти дальше. Это что за фигня? А, все, ты... Нет, все. А, ну все. Да, выходим сейчас, загрузится, выходим. Обидно. Блин, я же могу сейчас сделать эту штуку, чтобы у меня... Командный хвост пистолетом? Чего? Ребят, вы можете сейчас чуть-чуть подождать? Да, ну, возможно. Сейчас я... Ну мы подождем. Как вы? Штучку. А что нам будет, если мы подождем тебя? Будет хорошо. Устрою награду, чтобы она работала. Костюмы. Так, я вышел, чуть-чуть, я минем. Рывок мы тогда поставим... На F. Пусть будет на F рывок. Так, в смысле власть находится у медведа? Ща к модурку заберу, будь не будь тебя власть. Ага. И теперь нужно будет нам проехать. Так. Так. Работает. Это не хвост, это труба подзорная. Все, я вроде Сейчас попробуем, будет ли оно работать. Что там? Ну, я хочу, типа, сделать рывок. И, типа, это рывок не просто рывок, а подзашлычник. Типа, люди мне могут вдарить со стрельчиком. Вы готовы, да? Да, я вроде бы нажал. Все. Сами. Нет, не нажал. Нажал? Нет. Да. А, я не могу. Ага, все. То есть, если ты лазишь... Завалю там, короче, то... всякое вот это вот. Как будто не готов еще. Что ты, кстати, не сказал Юрию, что мы вдвоем? А, видишь, как я технично такой. Оп, такой. Никто не спрашивает. Нормально. Опять качели. Твоя любимая, Дань. В смысле, я вылетел. Ладно. Ты реально вылетел? Да, у меня ошибка. Я в меню. Ё-моё. Блин. Мы сейчас по-быстрому сольём. А я сейчас всё равно, да, я буду сливать. Мы вместе стоим. Я буду сейчас буду пробовать подзастрелить. Стоять. Оп. Так, а ну ещё раз. О, я пока магазин посмотрю, что. Работает теперь подзашлычник. Так, популярные обычные предметы. Можете меня сбивать с ног. Она нахер. Мне сладкий. Можете меня бить и так далее. Кактус, ты куда побежал? Стой! А чё так мало предметов? Магазин DLC. Так. Чё, мой скат, иди ко мне. Чё там? Ой, там, уже два костюм пака есть по 133-155 рублей, короче. Нормально. Я уцепился вроде бы. Так, а чё так мало тут вещей? Я буду твоим личным маньяком. Чё-то как-то... Не знаю. Это, куда вы подняли-то? Опускайте. За камень сладкий. Потом в тебе раз красочки открываются. Отлично. Блин, я его не могу догнать. Это ёмба. MLG. Саундтреки типичные, конечно. Тихо. Ты за мной, что ли, гоняешься? Оооо, нифига себе. Дань, ко мне! Руина! Руина, отойди! Блин, я не могу догнать всё ещё. Чё, меня каждый день, поэтому чё, костюмчик? А, ну не, ну нормально. Мы же успеваем. Ну ж там DLC ещё, ну понятно. Я успел, Бабосики качать будет. Я 16-й, ну неплохо. Я не понял, вы что там без меня, короче, выигрываете? Это намного лучше у нас получается. В смысле без меня? Да у меня без вас лучше получается. Заходи.
О, нифига себе, меня... Ясно, ладно, сам пойду. Оценил комментарий, и у девушки на аватарке жопа голая. Интересно. Интересно. Симпатичная жопа? Ну, нормально. Как-то неуверенно звучало. Ну, потому что она, ну, такая себе. Да. Ну, ну, так, да. Такая. Ну, ладно, буду без вас тогда бегать. Ну, потом еще закончим, да, что ли? Закончим, а я начну. Ой, что-то новенькое. Хит-парад. Да, он стал сейчас сольёс. Ты что, не знаешь, да, и все. Да, в смысле? Что началось-то? Да, не руинер, да. Он игру уже проиграл, понимаешь? Так, через балку, что? Ну, прыгать и... Чё, как вообще? Звучит просто. Звучит, да. А! На самом деле... Эх, а чё? Что за видимость такая херня? Можно толкать. Можно цепляться. О-о-о. А, нет, да подальше от всех этих вообще. Надо отойти, согласен. А то он ускоряет. Капец. Ой. Паровоз. Ай, блин. Ладно. О, свалились там. Куча народа уже свалилась, кажется. Да твою... А, вот нормально. Катюха. Так, осталось? Ух. Два человека, что бы выбило? Последний человек. Да. О, ну это ну, как-то ну, просто. Ну ты посмотри. Ну это было просто, да. Да. Я не знаю, вас выбили. Я же говорил. А мы еще нет. Ну а вы накаркали, короче, ясно все. Ты там вот завистники. Не, жена сейчас не рядом, поэтому... Ничего страшного. Я могу себе это позволить. Она сейчас сидит просто в наушниках и слушает что-то там. Или смотрит можно сериал. Можно порасходовать жопы. Да, можно и прокомментировать, что самое главное. Так, тут нужно... Тут вот нужно пропускать вперед. Тут нужно пропускать вперед. В смысле? А тут, короче... Я пока что-то повисло. Типа, непонятно, на какую нужно наступать, чтобы они, бля, как стояли на месте. Так, улетели. Это. Ага, вижу, прыгает. Так, слева вот может. О, можно я выйду? Толкаются. Толкаются, не то слово. Нужно держаться. Вперед! Нажимай ЛКМ постоянно. Да, я держусь таким тоже. Ай, меня вытолкали, прикинь! Последний. Я победил. Хорош. Че там? Нормальная такая себе. Я не успеваю. Оценка, да? Вот это последний, прикинь. В последний момент меня кто-то взял и толкнул. Ну и кто там руина теперь? Я руина, я. Да, ну, нормальный вот, полет. Может быть, это я вытолкнул тебя. О, 2000 могу купить, аналогичек. А, хорош. А здесь это топ-1 идет гонка или... Или все? Ну да, типа, кто последний, то один останется. Я думал, что 10 человек выиграли, что ли? Нет, такого не бывает. Ну мне написали, дали ачивку за первый. Каждый сам за себя. А, вот это тоже жестко. Он пропадает под тобой, пол. Мне надо падать вниз или не падать? Нет, тебе не нужно. Тебе нужно оставаться выше остальных. Хорошо. Давай. Где ты? Я буду следить за тобой. Я уже упал. Беги, Форест, беги! Я высунул язык из ее задницы и кричал: беги, сука, беги! Нет! Хорош! Ай, ты сильно! Господи! Тихо! Уйди! Ай, скотина! Я сейчас всех обломаю, подожди. Давай. Это подготовка. Ты подготавливаешь им почву. Да. Смотрите, чтобы ты не заруинил. Да на насик. Знаешь, это игра чисто в змейку. Да. Обломай перед ними пол. Вот обломал. Передо мной. Нет. Твою мать. Два этажа сразу пропускаю. Жестко. А все. Не получится, блядь. Получится. Хать. Так, тебе не время. Так. Ай, бл. Тихо. Хорошо. Полет нормальный. Последний этаж. Бля. Ой, сейчас он тебя подосрёт. Нет. На твою... О, как он тебя подосрал! Сука! Нет, о, господи. Так нельзя.
Он опять чё? Подсирает. Он Фриману подсирает, прикинь. Фриман. Он реально всем подсирает. Ой, как он хорошо играет, слушай. Ай, блин. Да, не закончил. Нет, еще. Он победил, прикинь. Вот этот вот единорог. Ай, блин. Не буду его называть. Твой. О, а нет. Блин. Да нормально, так накидали. Наград различных. Я хочу посмотреть, что у меня вообще есть. Battle Pass бесплатный, да? Ну типа да. Я не знаю, я вот, вот это так активирую. Да ты где? Либо это нужно. Ладно. Че по костюмам? Че по костюмчику рисунок? А, нет! Такие страдания. Слушай, а я вроде переоделся, все равно бегаю кактусом. Да не ку... Да как ты посмел там вообще? Не могу тебе ничего сказать по этому поводу. Вырви глаз, я не знаю. Нет. Понимаю. А, не, успевай, смотри. Че вы там, вылетели? Не. То есть мне выходить, типа, да? Ну, типа, выходи, что ли, я не знаю. Во, ну ясно, короче. Типа. Ну, выйти можно мне? Алло. Нет. Алло. Алло. Выйти хочу, алло. Выйду. Выйти, пожалуйста. Вы алло или не алло? Алло. А, кстати, вот могу приобрести нежно-розовый цвет. Какой из ГКЗ? Это цитаты из этого же есть, мемчик, типа. Из, по-моему, очень страшного кино первого. Не с ананасика. Кино. У я ананасиком буду, ребят. Нифига, ты уже накопил... А, я тоже могу. 2000. И то я только вверх. Да может, я выйду-то уже, ну. Все. Я хочу выйти, я хочу выйти. Я ананас. Краски. Ананас. В смысле ты ананас? Я тоже ананас. Я ананас. Вы там пригласили друг друга или пригласите вас? Любители Спач Боба плюсик в чатик, да? Да, конечно. В смысле, что ты нам даёшь? А что ты инвайтишь, в смысле? А куда там? Вы там... Тебя одного жду или где? Ну, типа, да. Ну, давай. Иван. На. Да. О. Чё там, Дима пёс? Да, Дима пёс. Понеслась, чё, в смысле вообще? Прикольная игра, блин, позитивная. Вот даже мне кажется, напигаться как-то бомби по поводу того, что ты падаешь. Не, хотя да, бывает. Не, бомбишь, чуть-чуть так, чуть-чуть, совсем. Чуть-чуть так, дымится так. Мало карт. Мне кажется, в скором будущем это все... Не, ну там, видишь, много режимов, типа, просто они рандомные. Рандом какой-то очень странный. Одни и те же выпадают карты. Да, мне кажется, здесь не проблема карты еще нарисовать. Ну да. Ну, я думаю, видишь, это, типа, написано первый сезон, то есть, наверное, будет меняться каждый какой-то период. Хотя... Меня, правда, знаешь, что смутило? Это DLC-пропуск. А так все хорошо. Пропуск? Там, по-моему, были только скинчики, по-моему. Рандом? Рандом за меня. Кто? Долдон? А, блин, хватит толкаться! Рандом за меня, ты чё, ля? Блин, может быть, как-то понять? А, о, вижу, И как мне вас теперь различать? Два ананаса. Не попадаю, подожди. Вот сюда. Тебя пинаются, сука. Как а, я упал. Да ёб твою мать. Удаляю ачивку Troublemaker, понимаю. Да ёб, зубы эти ещё. Я походу не добегаю. Да блин. Это рандом, это, ах ты. Бежим! Я не успеваю! Я не успеваю. Я успел! О, вы прошли! Вы прошли? А, не вижу вас. А ты не прошел? Чуть-чуть не хватило. Эх, обида. Вас выбыли. Ну это жестко, это вообще там херово
тонна просто этих мелких карапузов, которые прыгают вниз, а потом уже к финишу реально толпа, они не отсеиваются нифига. И там кто пришел, кто успел, того и так. Так, как только всех команды... Пятнашки? Запятнали? А что, я опять не прочитал? Что делать? Да, в команде все в команде запятнали, команда исключается. Так, в смысле запятнали? А что? Команду запятать. А запятать чем? Запятнать. Не запятать, а запятнать. То есть ты должен стукнуть его. И он поменяет цвет, по идее. Или что, как вообще? Как пятнать-то? Ты подходишь к нему, да и все. Что ты не знаешь, как пятнать? Только непонятно, где он? О, меня запятнали. А как? В смысле? А я за меня запятнали. Ты его и нажимаешь левой клавишей. Просто бежишь за ним. Не знаю, меня кто-то... Если не играл в догонялки, что ли? Вот у кого какая-то вот жижа, тот типа... Ну, я с жижей. Или я вообще не... Надо синий, ты короче, синий... гнобить. И не, синий по... Ох. Синий проигрывает. А мы за... Вас выбыли. Да. Так и непонятно, как вообще... Что обозначает эта розовая жижа? Ну, типа, вот это как раз ей метить как раз надо. Ну, у меня не было такой жижи. Значит, тебе надо на тебе было убегать надо было. И прятаться от тех, у кого была жижа. А тех, у кого есть, надо противоположную команду, короче, за этого. Так, мы все проиграли, все да? Все выбыли, да? Да, мы проиграли. Да. Сейчас выходим. Нет некоторые тактики. Клуб прыгунов? Да, это вот... О, прикольно. Блин, я хочу. А мы попрыгали. Да? А, псы, ясно, короче. Уаф! Совершенно верно, мы псы. Так, дайте выйти, пожалуйста. Покинуть. Да. Окей. Все, мы покинули. Да. Сколько нужно накопить еще? Я хочу себе штаны, ананасы. Думка, башка прикольная. Я готов. Е. Оу, 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 кому, е, чу, е. Тебя накрыло опять, что ли? Музыка классная, я танцую. Такая подбодрящая, подбодрющая. Бодрит, веселит. Блин, что-то поезд не идет. У вас циферки не появились? Нет, не появились. Хорошо. Сидим, передим, пока ждем. Блин. Блин, не хочу сейчас, да? Ну да. Пока не хочется. Эй, ну. Тогда ты мне так и не ответил, что за 2М. Блин, вспомнил все-таки, скотина. А я сижу такой за боли. Не, а что ты стесняешься? Твой ник. Да ничего, просто. Все банально просто. 2М это вторая модификация. Точняк, ты же хвастался, что типа, вот, я поменял себе я оформление гостиничек. Ну типа, да, я видел в группе, тебе кажется, ВК. Это когда было? Может, там просто не, там не всегда я пишу. Оформление, ну, блин, кстати. А, ну да, но никто у меня всегда был такой, как бы. Он у меня уже очень-очень давно такой. Может, я не знаю, зачем я так сделал, но типа вот так вот получилось. Давай отменим. Бля, оно не отменяется. Да, кстати, нажимаю, оно дальше летит. Что ты летишь на нас? Все, сломали. Alt F4. А не хочется выходить, потому что очень прихотливая игра.
сейчас выйдешь, а тебя вообще не потом не запустят. Ходить не ходим. Ну... Дождемся плойки. Да, я думаю, мы не дождемся. Не дождемся. Давайте перезапустим. Ну давай попробуем. О, а меня выкинуло, прикиньте, в лобби. Ребята. Да ладно. Да. А ты, я пошел, кто-то из нас повис, похоже. Наверное, да, ну, кто-то из вас вышел. И поэтому, видимо. А, да, у тебя, наверное, что-то какие-то были проблемки. Да, ну, может быть. Ну, весь игрок работает, как бы охеренно прям. Ну да. Неудивительно. Ты говоришь, как будто я сам не знаю. Мало геймплея, сейчас будет, подожди. Ждал, когда я же я загружусь все-таки, наконец-таки. Так, shift-up, играть. Я тебе спросил, инвайт. Я, да, уже. Вроде даже гружусь, или нет. Окей, еще раз. Походу. А меня. Надо было это. Я забыл. Сейчас, подожди. Давай. Играть. Правильно. Так, вы извините, вы не можете присоединиться к группе. Давай я создам. Давай. Интересно. Ну, в группе. О, видишь, ко мне вот и присоединяйся. О, все, ништяк, видишь. Что-то странное происходит. Крайне. Непонятно. Я готов. Поехали. Я все, все готов. Так. Я готов. А я не готов. Не, лось найти игру. Понимаю. Прикольно. Давай по-новому, Миша, все херня. Не хочу ждать, скучно ждать. Да, нормально. О, видишь, пошло сейчас, все нормально. Ебой. Опять двери. Опять, да, ёха, найти двери, блин. Если тебе повезет, то ты пойдешь. Ну, ты будешь в двери биться, и все. Больше ничего не будешь делать. Либо крутиться на этих крутилках. Так, поехали. Да, хорошие раунды куда-то. Короче, они, может, они позже типа открываются. Вот видите последние двери? Три штуки. Оттуда нужно выпрыгивать. Вот прям нужно... Последних дверях? Да. Быстро. Рывок. И это... О. И это левое. Левое? Ай, блин. Господи. Меня тащат просто, как бы. Я не бегу. Видите, ты тащит. Надо прям про ПКМ зажимать, как черт. Ну, ПКМ, а у меня джойстик. Ай, даже, блядь. Да. Курлы, блядь, бегают это вот. А тут голуби, кстати, он бегает. Да, он вижу, блядь, голубятня вот это вот. Курлы. Курлык. Всё, я минус, ребят. Я быстрее. Я вас верю, пацаны. В смысле, ты нас веришь? Ебать. Прошел? Я не успел. Чуть-чуть не успел. Передо мной был голубь, я хотел его спрятать. Фокус. Чё-то я не почувствовал. Давайте буду наблюдать за вами. Болеть. Не надо болеть. Я вас верю. Ни себе, ни людям. Ну, давай, нормально что-нибудь. Новое давай что-нибудь. Ничего. Вертуха. Вертухи. Не, это было вертухи ж. Или не было. Да, были, били вы. Или не были. Были. Крутилки. Все, у меня не было. Все. А, у тебя не было? Да, это хер. Не было. Говно. Все, ты говно. Да не ты говно, в смысле, уровень говно. У тебя не было, ты говно, да? Я говорю, ну, блин, это жестко, конечно. Даже я такой не способен. Ай, блядь. Блин, толкается еще все. Ну, а ты как хотел. Нет, это не ты. Что, у тебя дружеские посиделки тут, что ли? Да. Нет. Давай. Прыгай. Ай, блядь. Я прыгнул. Не знаю. Блядь. А я знаю, что тут цепляться надо. Блин, вот отсюда. Здесь можно подтягиваться. Да, блядь. Куда ты прыгаешь на желтую? Алло. В смысле, я прыгну на желтую, чтобы вот так сделать? Здесь просто зацепиться и дальше побежать. Да, пока-пока. Так... В смысле, пока-пока. Смотри, какая там... Чё началось-то? Ай, блядь. Можем, умеем, практикуем. Ништяк, чекпоинт. Хорош. Да что ты, блядь? Блядь.
Пока, Даня! Ладно, я лучше так побегу, ну нахер. Оп. Оп. Какие милые азиатские мелодии. Ать! Ать! Еще раз, что за тайминги, не понимаю. Ай, ну ты почти. Ну я почти, да. Ай, да ты что тут делаешь, слышь? Подожди, Даня. Ать. Я с другим наблюдал. Перепутал Насике. Да привет, птик. Все, писец, короче. Меня вас выбили. Sorry. Что ж тебе каждый раз не выбывает? Выбили. Ну что, топим за меня, сладкие мои? Ну придется, блин, что делать? Что делать? Не мы такие, жизнь такая. Где-то там есть, вообще не вижу тебя что-то. А, вон вижу. Пес. Два инвалида и собака. Два инвалида, да? Уже два, да. Блин. Обидно. Интересно, кто инвалид из вас. О, держите. Во, мечи. Держите мечи, сам полишь написано для дебилов специально. Как это плохо. Ну. А, надо свои мечи удерживать. Да, вообще мечи у себя удерживать. Чем больше, тем лучше. В твою сторону он становится твоим цветом. Все, желтый опять что-то сосуд песок. Желтый снова сосуд, реально. Ну, цвет такой просто. Санина. Желтый, не цвет разлуки, а цвет сосания. Цвет сосания? Интересно. Я себе даю... Тихо. Желтые тюльпаны, то ты... А почему они за тобой наблюдают? А, вот ты. Не расставаться с ним, а... А, ты желтый? Да, ну ты красный. Этот, короче, над желтыми издеваюсь, короче. А, кстати, я тоже... Но бывает одна из двух команд, поэтому все не так плохо. Да. У красных и у желтых. А, все желтые, творят. Нихер, смотри, нормально вообще прям. 30 секунд, так что не думайте, что у вас что-то получится. Вот. Очень быстро все меняется. За 10 секунд это все может поменяться. Да давай, ой, что ты быстрее, быстрее, мечи убирай! Волчара или лисяра, непонятно. Да, да, тащу синий. Это пёс вообще. Толкают, смотри. Держись, там мяч, сзади мяч. А его нельзя держать, его. Да толкай его просто на свою, перетолкни. Топ, смотри, сколько синих, где все мои желтые? А, что? А, красные писали. Красные, да, красные. Красные минус. Все нормально. Так, красные минус. А, то есть дальше... Ох ты ж пёс. Молодец. Но пес. Пес, но молодец. Во всех смыслах. Но пес. Вообще, мне кажется, это жестокость не животными, не? В смысле? Что, пес? На мне костюм собаки. То есть ее убили. Ну, не знаю, что это же настоящий, как бы. Что это шкура с прям собаки, блин. Слизь нельзя упасть. Это просто здесь вообще нельзя падать, типа. Короче, там лучше загораться картинки, надо запоминать, где какие картинки. А потом загорается картинка на экране, тебе нужно встать туда, где будет эта картинка. Неудобно, неудобно же. Ну что, арбуз, виноград, все просто пока. А на каких они? А, два, что, две картинки. Ну что, загорится какая картинка, да? Все, толпа прибежала на одну платформу, сейчас еще и выбросит. Здесь можно кого-то столкнуть? Прикольно. Можно. А уже три, смотри. Банан, апельсин. Апельсин. Банан, апельсин, арбуз. Виноград банан. Еще. Да господи. Да, еще виноград. Ёптвою мать. А не отодвинешь, да, дальше? Банан, апельсин, апельсин. Апельсин, он где-то, беги. Разве? Господи. А что я сказал банан, апельсин? Господи, я тупой. Ладно. Тут чуть сейчас побольше, видишь, теперь. Вишня еще, банан. Читай дискорд. Так, ну что, выходим тогда? В смысле?
Я сейчас это так возьму. Кто, Батя? В смысле, ты не упал? Нет, ты там выбыл два человека от силы. Один, два, три. А, ты писал. Ага, там было в определенное время. Блин, ты сказал мне, что там надо, типа, в определенное время. Что там, Макс? Я бы хоть... игру, не получается. Ну, ты вообще сегодня хотел Made of Scars сначала, если бы этого не было. Full Guys. Все. О, я приглашал, значит. Ну, ты... А у нас четвертый будет? Ё-моё! Так ты не выбыл? Нет. Обижаешь. А, вот вижу, все, давай. Есть? У тебя надо не упасть. Тихо, я уже был здесь. Все хорошо. Нет, все не очень хорошо. Все очень плохо. О. Ну классно, классно. Тихо, нормально все. Давай. О, ништяк. Кому-то вот будет проблема. Ясно, короче. Нет. Че, у тебя еще есть фора, давай. А, я так Макса не посмотрел. Че, обломаем пацана? Смотрите, как он делал, он прыгает по ним, чтобы затянуть время. Ой-ой-ой-ой. Я был первым. Ну все, там внизу все. Ясно. Видели, что парень делал? Заранее работал в горе. А, ну хорошо. Он на них прыгал, он не торопился, он просто прыгал, он затягивал время таким образом. А, ну вот он делает, да, он say my name, который. И он не сразу прыгает, типа, а чуть погодя. Не, ну это нечестно. Ну что, ничего, он просто просек фишку, типа. Ну что вы там? Ну, все, выходим сейчас. Я готов. Чанда, уйти. Что-то он опять повисло, походу. А, не, нормально. Так, награда. Это то, что мы досмотрели, типа, ли? Или просто так все? Не, просто. Я готов. Летим. Опять эти двери, да что ж такое-то, а? Угу. Ну поехали тогда. Так, голубь передо мной. Голубочек, голубок. Так, ну классика, да? Ай, центральные двери всегда. Господи. А. Так, кто там? Опа! О, рус! Рус? Ну вы знаете руса. Я рус. Русик-то, ну кто ж его не знает, русик же. Я руса. Как ваши делишки? Чё смотрели, чё рус стримил? Ух, нихера толпа тут. Занимай. Так. Стримил какой-то просто. А, левая дверь. А, две там двери было. Какая там была? Да ёб, дайте поедем. Тут право. Что ж вы такие, блядь? Правда. А, ну, в смысле, запрыгни, ай, все, писец, короче. Давай. Меня еще придавливает. Во время прохождения каждой двери нажимайте прыжок. Ну, не прыжок, а рывок. О, е. Я прошел. Я прошел. Ну, ты пытался. Че, 2К фиалок на минимум 50 раз сыграть? Не 50 раз, а надо 50-й левел получить, или там не левел. А может, я не понял. Ну, походу, да. Так, мы вдвоем, да, сейчас? Да. Ты сегодня будешь стримить? Я тебе тогда скину ретрансляцию. Зарестримлю чуть-чуть. А, блин, сижу теперь просто. Так, опять кругляшки. Думает, Битера. Не, опять я снова. Хорошо. Буду ждать. Спасибо. О, Тань, мы даже рядом стоим. Не хочешь? Побежали. Тусим, веселимся. Пытаемся здесь как-нибудь
как-то выиграть. Но тут просто MLG игроки, что творят, невероятно. Да, нормально. Да. А у тебя нет? Херня. Нифига ты там вырвался, ты кто такой? Я есть Грут. Ай, блять. Валяешься, не пойму. Тебе переключился, ты уже пьянь какая-то. Я нормально, я бегу. Нормально. Ай! Ой, хорош! Ай, я, блядь! Не беги! Да, вот так лучше закрыть. Да, я за тебя держу кулачки. Хорош. В смысле, ты за меня? Ты что, наоборот, слился, что ли? Я уже на финише. В смысле, ты уже на финише? Ну как ты посмел? Легко. Ааа! Он жесткий. Я жесткий. Да не ты, я шар. Шар жесткий, а не ты жесткий. Я жесткий. Прошел? Хорош. Да. Красавчик, что могу сказать. Рандом сегодня против меня. Че, хуйман? Не, у меня завтра стрима не будет у меня. Здесь главное скилл лук. Потом 3 дня подряд будет. Не обмазывайся. Чем ты похож на Спарту, если так подумать? Спарту? А, выпинываю типа. Сейчас Спарта! И так, а! Там выкидывают самых некрасивых, а я мега красивый. Я такой красивый, что смотрю. Просто два ананаса их не может быть. Только один ананас. Только может быть только один ананас. У кого есть от летающих фруктов, бегите по конвейерной, блин, там. Ох, нихера. Ничего не понял, ну ладно. А, уворачиваться, короче. Короче, бей и беги, все как обычно. Как от этого уворачивать? Бля. Ааа, падай! Прикольно. Я чуть. Ай, бля! Тактика, между прочим. Какая тактика? Ой, нихера, бревно катилось! Я походу все. А я бегу. Я вижу тебя. А, нет! Ай, бля. Ой! Че? О, сорян. Ай! Нет! Ай! Правда. Это как раз таки было с фотографией, если ты имеешь в виду. О, меня заблочило. Бля. Фотографию ВК. Там наносит, подожди меня в сладкий. А, нет! То это на первом курсе я. Бля, не успею. У вас выбыли. А сколько там человек добежал? 19. Да ладно. Да. Прям четко уловило. Обидно. Сливаем пока сестры. Ладно, бля. Опа. Ой, я вышел. Ебой. Подожди, я не успел. А вы что, уже все? Да. Да, мы все. Было быстро. Ты что, не следишь за нами, что ли, алло? Да я следил, я просто не понимал, что... Слежу, но не понимаю, что происходит. Что-то какие-то терки. Ой, что-то интересно. Терк, морокс. Тесная вечеринка называется. Какая тесная вечеринка? Держитесь подальше от стенок. Ты что делаешь? Да он... Я выхожу. Я держусь подальше. Там пока не начнет замочь, нельзя же выйти. Все. Что обидно крайне. Выхожу. Да. Все, я вышел. Я готов. Понеслась. У меня там есть... фотография в ВК, где я там косплею загадочника из Бэтмена. Кига. Да. Это я для мятного говорю. Если хочешь, посмотри. Или может быть. Мы смотрим. А ты хочешь посмотреть? Я хочу посмотреть. Не все хотят посмотреть. Такой одна бровь выше другой, все дела. Так, надо найти фото. Может, новенькое. Пойдем, вам покажу, что я, мне вообще не жалко. Ну, зайдем. Актерское мастерство просто. Максималочка. Знаете? Ну ладно, мы верим. Ой, блин, ненавижу вот эти вот цилиндры. Чё, давай, нормально. Рановато. Как я? А, я вот я. В смысле, рановато. Ай, блядь, я сразу вниз упал, короче. Понимаю. А здесь проще вниз падать сразу. Нифига себе, я крут. Ну реально проще. Я прошел эту штуку. Потихоньку идем. В смысле потихоньку? Тихо. А, нет! О, да! Ой, шары! Шары! Мои шары! Я выпрыгнул. Ай, блядь. А, нет, не хочу падать! О, да!
Ебой. Идем по прямой. А как тут? Идем. Беги просто. Просто беги. А я прыгал. Господи. Беги, сука, беги! Я прыгал. Да! Да, я прошу. Нет! Нет, чуть-чуть! Я вижу тебя. А что это награда дает? Это награда... Тебе ничего. Это награда бьет моего персонажа. А я прошел. Подталкивает. Только когда я начинаю играть. За топ-1 дают короны, а корона тратится в магазине. Или она всегда? Она всегда была. Что, где короны? Поэтому... Если один играешь? Пока народ там развлекается, я вам покажу. Не, если берешь топ-1... А, в топ-1 если попадаешь? Корону, да. За корону можно покупать скины. Топ-1 тут еще, блядь, в топ-1. Ну, не по топ-1, а если ты вообще выиграешь, ну, до конца дойдешь. Да. И выиграешь корону, да, да. Вот 5 крутилки тебе, да, господи, ну, блин. Не люблю. Давай, ну это новый крути. А, ща я, короче. Да это та же самая. Есть такая вот. Такая фотография есть. Ну это не фотография, это рисунок. Беги против движения. Да мне нравится. Так, это тоже я самый собрал. Это я вдохновился отрядом самоубийц. Хоть. Это тоже немножечко. Так, чекпоинт. Чуть буквально. Во! Вот он. Загадочник, ребята, шо це таке, шо за мужчина, одна бровь вверху, одна внизу. Не знаю, что ботаника. Да, да. У меня были очки минус 9,5, правый глаз и минус 9. Нихера. Нихрена себе. Да, у меня вот такая толщина. То есть вы можете сейчас даже понаблюдать за очками, как у меня искажалось лицо. Вот видите, это вот... Я пока не могу. Такой молодой, что ли, на фото? Так это... лет 8. Да, беги! Не 8. Да не стоп меня, тварь! Ае! Хорош! 2014 год? Нет, лет 6 назад. Да, лет 6 назад. Лет 8. Ну, все равно лет 6, нихера себе. Был таким, блин, один... Одни там... Да. Слышь, как вы это делаете вообще? 6 лет это срок. Молодчик, спасибо, спасибо. Во-во, смотрите на меня. Это вот как раз таки на первом курсе. Не, это второй курс. Да, это второй курс. Это у нас после пар. И чё мне сейчас выпадет? Был отряд. Прощай. Не, ну фруктики нормальные, кстати. Я ещё тут могу. Чуть-чуть. Я иногда не могу. Лет 20 я было, да? Где-то лет 18 должны пройти, охереть. 20, да, лет не было. Ааа, бежим! Роб может слева, справа бежать. Ностальгии. Бля. А ВК все пусто. Попробовал. Какой прикольный. Оу. Най, най! А что прикольно, как ты восстановил руку, если ты сейчас без рук... А, так это не крюк! Смотри, какой крюк, о чем ты говоришь? Видишь, рука вот внизу. Че, нормально, ты реагируешь? Хорош. Что ты руку отрастил, нихера? Классно, говорит, ты как руку отрастил, это крюк. Это не крюк, это вопрос. Ты не играл в это? Так, ну я хорошо. Финал. Ну да. Пес? Пес. Я смотрел твои фотки. А чё не лайкал? То есть ты посмотрел и не по... Это что такое? Ну, ему не понравилось, чё ты? Вот первый мой рисунок. Всё просто. Это крюк, ты был пиратом. Меня не обмануть, да, такой. Не он. Это друг мой тренировался фотографировать. И он фотографировал тебя? Да, и он фотографировал меня. Минусальные волосы. Я немножко... Не накрашенный. И здесь можно заметить, что я без очков, так, на самом деле. Тесно, в смысле тесно, Вичин? Держи подальше от стен и оставайтесь на подходе. Каких? Каких стен? Да, подожди. Плющит. У тебя будет плющ сейчас по бокам. Меня и так плющит, как бы. Тебе и так плющит? Хорош. Да. Да. А чё, в смысле? Ну, блин. Борьба. Оооо! Стены. А, ну просто. А, ну пока нормально. Главное, чтобы потом быстрее не стал. А с нами так не работает. Это да. Это ох! Бел, по сути, мне да? кажется, сразу направо перебегай.
О, понеслась. Да. Видите? Все, понеслась. Импала. Теперь налево. Понял свою ошибку и начал... Нет. Кстати, я даже красавчик. Не задумывался, что эти книги же женщины с возрастом становится все так спокойно. Ну так скажем, да? Так, сейчас справа будет дырка слева. Ох, да. Нет! Лучше, так. Пока я могу это говорить, потому что жена на уши. Меня не слушает. А вдруг она справа ничего не слушает? Она просто сидит на Прощай. Нет. А, да. Нет? Нет. Твою. Нет, почему? Ну, большинство, мне кажется, с возрастом люди. Большинство с возрастом люди? Ну, возможно. С возрастом мужчины становится все краше. Да, все краше. Это как вино. О, а, нет! Оф! Реально. Тихо. С возрастом все вкуснее. И... Да ты что, реально будешь каждую фотографию с села... Особенно запах от мужчин с возрастом сильнее и краше. О, тихо. Оп. Интересно, мое село, где я жил раньше, добро пожаловать, это прыгай. А у меня в меню выкинуло, короче. Нечестно! Они, короче, специально сильных игроков выкидывают в меню, короче. Это все читерство, короче, я понял. Это вот все в селе. Все предательство. Классно. Все в селе. Все в селе. Все в селе. Все в селе. Это в селе. У нас есть такой яр. Здесь такая речушка небольшая. Речка называется... Как речка называется, ты скажешь? Юкра. У меня, походу, игра сломалась. Понимаю. Не, какой? Ты чё, жену менять? Ты чё? Не, никогда вообще. Люблю свою жену. О чём ты говоришь? Про возраст? Чё, проверьте интернет-соединение? В смысле? О чём ты говоришь? В смысле? Она у меня с каждым возрастом просто, как я. С каждым возрастом? У нее все больше и больше борода. И прикинь, в этот момент, короче, наушники снял. Вот это шутка без контекста, прикинь как. Все, она говорит, да базарился ты, братан. Все. На картонах. У меня что-то загрузка, короче, и все. Аналогично. Хочешь лайки, получай. Все, сломалась игра, походу. Может, патч? Тут я пытался свои... Ну, может. Порывы как-то показать. Выключим. Нет, так что вы там, закончили? Сейчас, погоди, тут игра сломалась. Отлагало. Меня выбросило, слушайте. Сейчас, подожди. Дань, давай, инвайт. Сейчас захожу, что, погоди. Я его зашел. О, все, зашел. Давай, процай, инвайт. Сейчас, я зайду. У меня просто что-то лампа сломалась. Ну... Огай, старт. Такая, сейчас тебе капец. Такая, нож затачивает бородой. Ты с огнем играешь прям. Да мне капец. Че? А уже можно понял, да? Сгорел сарай, гори хата, да? Не, все, Бусь. Я ж люблю. Я ж любя. Все, тебе пизда тебе. Чего я пригласил? Я нажал, блин. Все, нажал, что пригласился. Принял. Ебой. Let's go. Продолжим потом. Как я сейчас сольюсь, продолжим смотреть фотографии села. Бай, вот это контент, я понимаю. Не, ну я ж не просто тебе говорю. Блин, даже мне захотелось посмотреть, что за село такое. Такие все сидят, смотрят, такие, блин, надо тоже зайти посмотреть. Мама, не горюй. Хит-парад. Так, это было уже такое? Mm-hmm. Это вот где в конце вот это вот... А, нормально, кстати. Это хорошее. И меня вот пинают, меня вот отпинивают. Я не знаю, типа... просто я бегу, и мне... Короче, здесь лучше сразу вниз падать, короче, и не, бежать. Не, сначала до конца синий добежать. Оп. И прыгнуть. Да? А там внизу замедло, видишь, фиолетовое? Замедло. Лужа. Замедло. Замерло. Так, что-то... А, вот, все нормально. О, перед собой никого нет, прикольно. Как... Прям нет, освободили меня, дорогу. Награду, которая ударит меня. Даст мне толчок вперед. Нет.
Блин. Так, ладно, нормально. Да бегите вы вперед, господи. О, нормально. О, гладенько, гладенько пошло прям. По накатанной. Ай-ай. Кто меня ударил? Думаю, что такое? Ну классно, классно. Откройте площадку. Ай, блядь. Ой-ой-ой. Таня, мы сможем. Ну я могу уже. Рам. Ай, блядь. Ну беги быстрее, ты тварь. Успел? Почти. Не толкай. А, нормально? О, да. Хорош, кто подтолкнул, хорош. Импала, красавчик, гости. Ты предпоследним пришел, хорош. Нормально. Меня Импала подтолкнул под последний. Все, все наши здесь. О, наконец-то мы втроем здесь. Ну такое не часто случается сами. Да, такого не было, по-моему, еще. Меня заруинил, если честно. Я такой уже добегал до края. И он мне херакс дает леща, и я падаю вообще. О, там еще две классные карты были. Сейчас херня выпадет, смотри. Вот это чекай, классно. Чекай. Мне кажется, что-то предлагало. Слишком там там прикольные карты, где путь искать, короче, надо. О, что-то пошло. Лабиринт? Бегите от меня. Да, типа, бегаешь там, типа, ну, плитка такая, типа, и надо правильный путь найти, там, плитка попадает вниз, наверное, типа. Блин, вот эти вот... Охерен объяснил, короче, ну вы поняли, короче. Не, ну ты умеешь. А плитка падает, да, наверное. Глянь, меня стопит. Ну, драка. Разнос. Просто алло. Алло. Ай, бля. Ой, нормально. Просто пытаюсь. Блин, я запутался, где я. Ты там. Нет! Ай, бля. Ну ладно, тебе тоже, ля, вас тоже выкинуло. Да. Давайте, ребята. Мы смогем. А! Я смог. А, нет, я... Вас выбили. Ляк, меня пиздят. Мои же фолловеры меня же пиздят. Нормально вообще? Так, кто у нас там? Нет. Кто-нибудь прошел? О, Юра. Нет. Юра? Я на желтый. Вот я мы с желтый. Юрой. Да, сложно между вами переключаться. Господи, а как по желтый? Блин, я вот не могу на вторую запрыгнуть. Я вот. Жесть. Поэтому прыгаю. А там уже лава, нам капец. Нужно. Я ну, тут вообще падать нельзя, типа. Все, я проиграл. Или прыгаю, или. Да-да-да-да! Последняя попытка. А, ну соло прост. Я просто последний бегу. Понимаю. О! Меня толкнули. Меня кто толкнул? Давай. Тихо. Нет! Только не падай. А-а-а. Нет! О, груш! Давай! Yeah! О, да! Хорош прям! Жестко. Как я здесь не упал, ты видел вообще? Да я вообще не знаю как. Что-то невероятно было. Бля, он машет еще, прикинь. Бля. Импала, хорош меня пиздить, я не пойму. О, а чё у меня? Что-то у меня стрим упал? Мне показалось? Брюш, пиздить меня, ты чё такое? Ука, чака, ука. Так, что у нас тут дальше идет? Зарабатывай очки, забывая мяч в ворота. О, шикарно, слышишь. Футбол. То есть два мяча, двое ворот. Это как? Чё? Два мяча, два ворот. Два... Русская язык, два... это моё... Русская язык, ама. Упач. А слышь, а у вас ты чё, нормально сидишь? Розовый ананас, понимаю. У меня что-то. Она настала арбузом. Отлично. Забили нам? Да. Классно. А я за этим мячом гоняюсь. А нам там забивают. Пошло вроде. Беги сразу вторым. А, ну ладно, нормально. Или нет? Это глю.
Что ж такое? Желтые всегда просирают, мне кажется. Желтые это... Я тоже это заметил. Какие-то... Отбил! Куда? Нет! Держитесь, держитесь! Нет! Я забил. Сами себе там... забили. Ну это какая-то фигня вообще. Они очень... Не-не, есть шансы еще 2 минуты, нормально. Да нормально, давай. Они вот... А, нужно головой, нужно головой. Да. Прыгать головой. Типа. Так, да. Что-то ты не попадаешь. Прыжок и ПКМ, да. А нам уже третий. О, один защитник. Забили, нормально. Защитники говно. Я не попадаю по мячу. О, хорош, хорош. Я знаю, я шарю. Какой скромный, да? Гаси, гаси, гаси. А, чуть-чуть, давай, надо. Рокет Лига на минималках. Ну, там еще наши сейчас заплывет. Да не Рокет Лига, это Инвалид Лига. Тут на воротах чувак стоит, хорош. О, забили еще, давай, давай. Ну не последний, еще два надо еще, как минимум. Да может не сейчас сойдет. Ничего, не, ну зачем? Да уничтожить его. Е-мое! Сейчас забьют, сейчас забьют! Я сейчас там тебе за... Нет, нет! Прыгайте, ребята, прыгайте! Не давайте им! Вот вратаря нет. Вратарь, стань на месте! Куда, куда? Он там свой упал, короче, в пропасть просто. Демяк, все, нет! GG. Ну все, давайте, надо, короче, сейчас он... Блин, конечно, два мяча вы, конечно, сейчас будете, это да. Ай, блин. Не, ну, короче... Забей. О, давай еще последний, один надо, последний. один надо, давай. 7, 6, давай, давай, 5, давай, давай, 4, давай, 4, 3, 2, давай. Я даже не могу там тут мяча просто. Сасантус. Кто не играл в детстве вообще в футбол? Ребят, вы не играли в детстве в футбол? Конечно нет. Конечно нет. Ну, только на компьютере. Только на компьютере. Какая там FIFA 2007? FIFA 2003. Я помню. А еще был Евро 2004, я помню, я играл. Даже так. Да. А что, надо выходить, да, сейчас? Да. Я не успел, сейчас я выучаю. Батл рояль? Нихрена. А, это где этот надо заходить? Сейчас, подождите. Чем? Что у нас? Я розовый, типа. У меня розовый теперь есть. Какой у тебя розовый? Какой розовый? Как выйти? А, вот выйти. Okay. На джойстике выйти не работает. Поехали. Нифига, какой у тебя цвет прикольный. Уи. Мне какой-то Джаред хочет отправить сообщение. А ты ему Джаред пошел? А, ну понятно. Просто какой-то бот. Сказал понятно, но потом сказал, что бот непонятно. Понятно, но непонятно. О, опять это? Нет, не, вот, да. Это легкая, это легкая еще, прям. Ну, что-то как-то все как... равно, на последнем вздохе просто. Как скажу. 2 байта переслать. Yeah! Ай, блин! Нормально. Все равно, все равно нет, я падаю. Нет, в смысле? Все равно я падаю вниз, короче. А здесь главное правильно попасть в этот. В поток. Я вот неправильно попал в поток. И тогда все хорошо, вот сейчас будет. Ааа, нет, 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 нет! Что ж вы делаете, дебилы? Ой, меня откинуло назад! Ааа, нечестно! Твою мать! Спокойствие. Нет. Ай, бля! Капец, меня как откинуло. Ну, а ты тоже туда? Я тоже, да. Не понравилось. А можно же... Опа.
Изи. Бля, уже 20 там человек пробежал. Пицца пробежала. А, все, вас выбли. Потом смотреть фотографии села. Давайте я ради вас ливну, а то сейчас будет долгое чувство, я ливну. Так шибить. Ну давай. Ради своих двух ананасиков. Вы похожи на мои яйца. Че, выходим, 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 да? Все, я вышел. Здоров. Да, уже все вышло. Сколько весит эта игра? 6 гигов, да, весит она? Ну да. А мне там... кажется, я 400 мегабайт скачал. Не, там качаешь что-то пару гигов, а так она гигов 6, по-моему, 5 распаковывается. Mm-hmm. По-моему. Ну-ка. О, время ожидания подключения. Я так, меня выкинул. Ровно гигабайт весит. Ну ждем тогда тебя, заходи. Да. Все, я в меню, все. Поехали. Да, странно, пока с серверами, конечно, беда в них. Ну это потому что до хера народа. Где фото? Ну да, это все, она ж только сегодня вышла. Поэтому как бы... У меня такое ощущение, что здесь теория кроссплей еще есть. Не, про это не слышал, кстати. Ну, по идее, думаю, тут несложно его реализовать, в принципе. Ну да. Было бы неплохо. Вот эти двери, блядь. Блин. Блин. Гоу! Нет, я прям в эту дверь, которая закрытая. Головой. Блять. Ага. Нет! Где? Ай-ай-ай-ай-ай. Капец. Тут всё. Головами можно. Потрачено. Блять. Блять, так и знал, что это. Да ё-моё. Хрена меня откинуло, слышишь? Меня отпинали, я таким вот образом залез сюда. В эту дверь. Беги быстрее, меня ещё придавит. Ай, блять! Ай, пошли нахер. Давай. Ты тоже, что так распрыгался? А, видал распрыжка. Что это за распрыжка? Я с этой фигни просто прыгал с блоков этих. Я тоже. Они какой-то типа какого-то типа ускорения делают. Ух ж эти бэхоперы. Да. Плохо, что здесь не отображаются люди, которые находятся в лобби вместе. А, ну типа, ну да, как бы. Тени там или же цветом что-то. Ну хотя бы цветом одним выделялось бы, было прикольно. А то ищешь, блядь. Сиянием каким-нибудь. Так, незваные гости. Закрывается. Это легко. Легко, но опять же рандом. Ой, блин, я не люблю. А, там и в конце прыгать, да, я забываю постоянно. Да, в конце прыгать. Не забывай. Нужно в конце прыгать. Я не долетаю постоянно. Гоу! Ой, сейчас закроется здесь. Сейчас здесь закроется. Ать! Блин. Блин. Хватит! Успеть! Оп. Успей, успей. Открывай! Сова, открывай, хоп. Медведь, брюшка. Так, господи. Все, я минус. Есть. Замечательно, замечательно. Лей, не допрыгнул. Блять. Ёпана маш. О, пацаны, я вас догоняю. Слабенько, слабенько. Ай, бля, опять упал. Да что ж тебе... Я не могу, нет! Да блин! Вас выбили! Да, да, да. Ей. Вы чё, прошли? Я нет. Да, да, нет. Я всегда не могу там перепрыгнуть тупо, короче. Так что там насчет 2М? Я же говорил уже. Сказал, типа, вторая версия. Полчаса назад рассказал. Вторая модификация. Вторая модификация. Третья планируется? И просто версия, модификация. Пока нет. Пока нет? Пока это нормально. Так, опять же, удерживайте мяч в своем поле. Так, ты за кого? Ты же за меня? А, ну да, мы вместе. Корс. Ну, команда, типа, опять мячи надо, короче. Команда, так, давай. Команда. Команда, молодости наши. Так, давай вот левый. А, вы синие. Там вы синие. Синие обычно побеждают. Да, отлично, так один. Ну хоть не желтый уже хорошо. Толкай головой. Где там? Ой, я буду за Юрой наблюдать.
Красные какие жесткие. Наоборот, желтые. Да кто там? Там желтые вас, смотри, у желтых отбирайте мечи. Пытаюсь, пытаюсь. У них 5 мечей, а у вас 0. У желтых что, 6? 6! Это им еще помогаешь там. Здесь есть. Сейчас есть, мы. Мало, сейчас мы... Еще. Берем еще. Опа, опа, о, нормально. Так. Да не у красных, а у тебя у красных надо забирать, да? Я сейчас у красных заберем. Так, у вас собрали там уже. Да. Бля, желтые пинают в красных. Вы что, гоните, что ли, ребята? Да я не могу попасть в мечу, это... Давайте, ну, у нас 25 секунд. Чтобы, нужно, чтобы кто-то дефал синие мечи. 20 секунд. Хорош, ведем. Так, красные нет, давайте, надо... У вас ноль. У вас ноль, надо хоть чё-то... У них по три, мы чё? Давайте. Мы 7 секунд. Нет. Нет. Юра, нет. Давай. Да... Один, всё, вам... Пара-пара-па. Просто какая-то дичь, я не могу их отбить, я... Толкаю, у меня выбивает из рук и всё. Чё, выходим? Выходим. Оп. Надо успеть. То, по-моему, хрен выйдет. Так, кстати, просёк тактику. Если вы не можете выиграть, надо помогать другой команде. Да, кстати. Неплохая тактика. Там просто надо одну выкинуть, типа, и всё. Да. Не знаю, что-то с мечами мне не получается. Я вроде бы отбиваю их, а они не летят. У вас тоже висит? Прошло 22 вот это или да? Нет. У меня? Сука. В лобби там, типа, что? Мы в лобби стоим. А, ошибка, все нормально. Выкидывай меня. А, ладно, нормально. Ошибка. Ошибка, нормально. Бля, ау, о, все. Ну, отлично. Так, быстрее дали. У меня же есть вроде бы розовый. Нежно-розовый. Хочу себе еще штаны на нос. А, у меня там что-нибудь есть? Что-нибудь открывать? Ой, эпичность. Гнев какой-то. Получается. А, мне раскрасочка откроется. Восемь тысяч стоит. А что это? Брысь. Так, я готов. Так, нажимай. Так, нажал. Так, хорошо. О, блин, то, ребят, о, пошел на последнюю катку и все, и я на боковую. Да? На боковую ты. Да. Завтра на... Да, ну, в принципе, я тоже, наверное. А, кстати, что там, Даня, ты устроился? Да, нормально все. Кудой. Тудой. В университет. В универ? Преподаватель? Нет. А какой? В мед. В мед, университет? Нет. Админом? Ну, безопасником. А, безопасником? Ну, конечно. Ты же безопасник. Безопасник с большой буквы Б. Д. Ай, блядь. Не, выкидываю. Чётко. Ах ты, сука, ты понимаешь, он меня взял и с локотка просто. На, только, Юрка. Я полетел. Козлы! Стопить таким вот образом. Да давайте протиснитесь! Ах, да. Ай, блядь, выкинула! Нет! Что такое-то, а? Какого фига? Да пинаются эти суки. Эти да. Нет, держись! Я минус, ребят. Я минус. Пошел я спать здесь. Дай добегаешь. Я сейчас добегу. Хотя бы досмотри до нас хотим. Да. Вот этот дурой мне нравится. Так, да. Ты сбежал? Мне два раза просил. Достижение дали. Стамбл Чампс. Я бы хотел бы узнать, как с локотка-то бить. С локотка бить. Ну, главное, я бегу, я просто справа от него, а он меня херач только врезает. Это как? Ну, по-моему, нельзя же, только хватать можно. Делают. А нет, он просто бежал рядом и ударил меня.
Может, откроется потом? Непонятно. Ну давай, я О, такого не было. Да прикольно, прикольно. О, если она будет сейчас, короче, держаться, ну, по центру, короче. Ну, в смысле, она будет, ну, эти, уходить. Ну, короче, она вниз, влево-вправо уходить, и надо, короче, просто не упасть. А, бля. Что ты толкаешься? Ясно. Вас выбили. Нет. Я минус, да. Да, ну все, все. Хорошая игра, да, отлично. Может еще одну? Отлично. Да. А то это не счито, это не считово что-то. Не считово, это слабенько. Это что-то слабенько. слишком быстро выбили. Еще 5 минут можно. Ну да. Вот до половины тогда. Ну вот эту сейчас доиграем и все. И нормально. Как везет. Да. Не детский. О, нет! Ссаные качели эти. Что за Тима? Банкрот, Гринок, так ты можешь посмотреть? Мне. И появятся гриночки. Гриночки. Смотри, чесночная. И дольше. Не, гранат. Гранат, бля. Ой. Грин. Я первый. Лучше бы чесно, уже лучше бы чесночный, бля. Ой, все. А-а-а, сейчас плохо будет. Нет, нет, нет. Это чекпоинт допрыгнул. Удержался. Держусь. Ой, нет, не падай, нет! Блять. Держись. Да, ё-моё. Как вот так прыгнуть, чтобы... Бля, я падаю, почему они не падают? Ну, потому что... Да хватит там прыгать, ну господи, отпустите. Да господи. Да они падают там, и всё, не опускается. Всё, опускается. Тихо. Не, рано. Вот псы, а? На метро чем-то похоже. Бля, там не перепрыгнешь, да, типа? О! Тихо. Да, господи. Да рано, может, рано. Может, там побежать? А куда ты там бежишь? А! Смотри, я сейчас выпрыгнул. И резну справа. Смотри. Бля, опа. Ты здорово придумал. Я резну справа, смотри. Бля, сейчас туда, короче, переберется. Чё творить? Нет, ничего было, нет! Блять, да что ж такое-то, а? Ууу, как она наклонена-то. Ух! Нормально. Чё, 10? 10 прошли уже, блин. Полет нормальный. Не, куда? Идите туда. Хорошо. А, блять, нет! Я как я падаю? Почему я падаю? Да я потому что... Полно. Каким-то грёбаным образом я падаю. Ой, бля, блин, отлично, не удалось подключить серверу, спасибо. Охеренная игра. Нравится очень. Все, минус, да? Я выкинул в меню просто. А, выкинул. Вот как он меня ударил? Он просто бежал? Ой, и меня выкинуло тоже. Ну, сейчас через пару дней будет все окей. Ну да, починят все нормально. Катаните вдвоем. Как раз 5 минут осталось. Да ладно уже. Да, все, да. У меня полгода. Да, тоже у меня сейчас повисла загрузка, все, короче. Грубо вырубать надо. Ну да, думаю, скоро. По центру желтой платформы. Да, видишь, как знаю, где остановиться. Все, 5 минут. Понятно. Село покажу в следующий раз. Блин. А там, а кстати, человек 10 вылетело суммарно. Там перед финишной чертой двоих. Так как я тогда перед финишной, короче, выкинул. Обидно было вообще. Так, ну ладно, ребят, спасибо вам за игру. Да, спасибо, классно было. Можно будет еще как-нибудь собраться. На неделе там зовите. Давайте. Поиграем обязательно. Окей, все, давайте. Давайте.